Самойлов! Давай, вперед! Утром 12 июня 1812 года по трем мостам, наведенным через реку Неман, переправлялись полки самой мощной армии мира. По одному мосту шла пехота, по другому — конница, по третьему — артиллерия. Французы и поляки, итальянцы и австрийцы, пруссаки и испанцы, португальцы, голландцы — представители многочисленных германских княжеств. Войска 12 языков. Так называли эту армию русские. Возглавляемая императором Франции Наполеоном, она вторглась в пределы Российской империи. Марта 1811 года французский астроном Оноре Флагерье обнаружил в космосе комету, которая стремительно приближалась к Земле. Большая комета с обозначением C1811F1, видимая в небе невооруженным глазом в течение 290 дней, наводила ужас на жителей Земли. О ней говорили как о предвестнике страшных бедствий, разрушений и катастроф. А в России она навсегда осталась кометой 1812 года. Франция, 1799 год. Париж радостными криками встречает героя военных походов в Италию и Египет, генерала Бонапарта. Не прошло и месяца, как популярный среди солдат 30-летний командующий, поддержанный заговорщиками и армией, разогнал директорию, главный орган исполнительной власти, и провозгласил себя первым консулом Франции. А через 5 лет – императором. Амбициозный диктатор Наполеон проводил жесткую внутреннюю политику. А полководец Наполеон успешно завоевывал для Франции новые территории. К 1809 году Европа практически полностью была покорена Наполеоном. Оставалась Англия, которая, несмотря на объявленную блокаду, экономически сохраняла свое лидерство в мире. Узкая полоска вод Ла-Манша и поражения на море удерживали Наполеона от прямых военных ударов по острову. Он планировал сломить Британию, лишив ее колоний, и в первую очередь Индии. Один из путей в Южную Азию лежал через Россию. Однако это ли было первопричиной военной кампании против России? Формального объявления войны не было. Наполеон скрывал свои намерения даже от собственного сената. И лишь накануне переправы солдатам прочли воззвание императора. Положить пределы горделивому влиянию России, которое она проявляла в течение 50 лет на дела Европы. Наполеон рассматривал Россию как одного из сильнейших противников и к войне с ней готовился тщательно. По приказу Наполеона в Россию забрасывалось большое количество шпионов, которые собирали сведения о российской армии и будущем театре военных действий. Предпринимались попытки подорвать российскую экономику изнутри путем распространения фальшивых денежных купюр. Понимая, что путь в Россию не близкий, по предполагаемой дороге следования французских войск создавались запасы продовольствия и боеприпасов. Вдоль реки Вислы от Варшавы до Данцига находились артиллерийские и продовольственные склады.
Крупнейший из них был в Данциге. К январю 1812-го там располагался запас продовольствия на 50 дней для 400 тысяч человек и 50 тысяч лошадей. Переустройством русской армии занимался генерал Аракчеев, ставший в 1808 году министром военно-сухопутных сил России. Изменения коснулись комплектования и обучения строевого состава, учреждения рекрутского депо, должности дежурного генерала и многого другого. Но наиболее плодотворными были преобразования в артиллерии. В январе 1810 года новым военным министром России стал Барклай де Толли. Ваше высокопревосходительство, государь-император примет вас через 5 минут. К этому времени русская армия по организации и вооружению была одной из самых передовых в мире. Барклай де Толли Михаил Богданович, генерал-фельдмаршал, военный министр России. В начале войны командовал Первой Западной армией. Осуществил план отступления и спасения русской армии. В ходе Бородинского сражения непрерывно находился на передовой. Поддержал план Кутузова по оставлению Москвы. Во время похода в Западную Европу главнокомандующий русско-прусской армией. Ваше высокопревосходительство, вы можете войти. В апреле 1810 года по инициативе Барклая де Толли впервые в мире была создана служба военных агентов. Позже их стали называть атташе, прикомандированных к русским посольствам. В Париже в скромной должности советника русского посольства по финансам состоял Карл Нисельроде. Фактически же он служил посредником между Александром I и Талейраном, бывшим министром иностранных дел Франции, ставшим осведомителем российского двора. Шифровки с французской дипломатической перепиской, подписанные псевдонимом Танцор, регулярно ложились на стол русского императора. Александр знал о планах Наполеона втянуть в крестовый поход против России Швецию, Австрию, Пруссию и Турцию. Швеция. 24 марта 1812 года в Петербурге Россия подписала мирный договор со Швецией. Австрия и Пруссия. Оккупированные французами, они были союзниками Наполеона. Но Александр I сумел добиться от них обещания не вести активных боевых действий против России в случае русско-французской войны. Турция. С 1806 года в состоянии войны с Россией. Наполеон рассчитывал, что значительные силы русской армии будут сосредоточены на Дунае. Но успешные Рущукско-Слободзейские операции нового командующего генерала Кутузова решили исход войны. В 1812 году, за месяц до вторжения французов, Турция заключила с Россией Бухарестский мир. Отдавая приказ о переправе через Неман, Наполеон еще не знал, что дипломатическая изоляция России не удалась. Ослепленный своим владычеством в Европе, он верил в могущество великой армии и опирался на информацию, что условия для нападения на Россию весьма благоприятны. Часть русских войск все еще находилась в Бессарабии. Несколько дивизий стояло в присоединенной Финляндии. Большие силы были оттянуты на Кавказ, где Персия готовилась напасть на русское Закавказье. На западной границе России находились 3 русские армии, численностью не более 220 тысяч человек. Им противостояли 614 тысяч солдат Наполеона. Всего же французская армия насчитывала более 800 тысяч солдат разных национальностей. Пассаж интерди! Стой, прохода нет. Свои приготовления к нападению французы тщательно скрывали. Солдатам и офицерам запрещалось даже приближаться к Неману. Сохранял конспирацию и сам Наполеон. Утром накануне форсирования реки он переоделся в польскую шинель и в сопровождении свиты отправился к месту переправы. Анаргез! Когда император возвращался в лагерь,
С ним случилась неприятность, которую в армии истолковали как плохую примету. Это там все! Будь аккуратнее. Vous êtes blessé, monsieur? Вы не ушиблись, сэр? Проклятый заяц. Мы сделали бы гораздо лучше, если бы не переходили через Ниман. Это падение и дурное предзнаменование. Это всего лишь заяц, мой дорогой Луи. Сел. Это всего лишь заяц. Вечером французские инженеры навели на Немане мосты, и утром 12 июня на русский берег стали переправляться войска. Наполеон жаждал немедленного сражения с русской армией. Внезапность и численное превосходство гарантировали ему успех и в первой битве, и в военной кампании в целом. Русская армия не может просто так отступить из Литвы и оставить Польшу без боя. Она не может это сделать хотя бы потому, что в таком случае обесчестит себя в глазах поляков. Утро 12 июня принесло Наполеону первое разочарование. Сир, армии императора Александра в окрестностях нет. Да, погода сейчас для охоты ни к черту. Господа, да, я через третьего поручика. Генерал! Дамы, вы знаете, о нас никому-то так четко напоминает. Ваше превосходительство! Так возможно, ну что? Мадам. Слушаю. Русский император находился на балу в загородном доме генерала Бенниксона. Получив известие о начале войны, Александр приказал адъютантам держать новость в тайне. Поздним вечером, вернувшись к себе, он занялся распоряжениями. Без объявления войны вступить в Россию. Я помирюсь только тогда, когда не останется ни одного вооруженного неприятеля на моей земле. Александр I, внук Екатерины II, старший сын императора Павла I. Екатерина считала своего внука талантливее Павла и хотела, чтобы после нее именно он занял престол. Александр и его брат Константин воспитывались по-спартански. Спали на жесткой постели, вставали рано, ели простую пищу. Александр пришел к власти после дворцового переворота, в результате которого Павел I был убит заговорщиками. Император считал себя республиканцем, слыл гуманистом и прирожденным дипломатом. Вечером следующего дня, 13 июня, русский император покинул Вильно, оставив воззвание к войскам. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины, вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами, на зачинающего Бог. И все же Александр предпринял последнюю попытку остановить войну. К Наполеону с письмом отправился министр полиции, генерал-адъютант Балашов. Балашов Александр Дмитриевич, генерал от инфантерии, министр полиции. Всю войну 1812 года находился при Александре I. Принял самое активное участие в организации народного ополчения.
участвовал в заседании совета, избравшего графа Кутузова главнокомандующим. Балашов предложил французским войскам вернуться на Неман и там приступить к переговорам. Александр насмехается надо мной. Не думает ли он, что я вступил в Вильно, чтобы вести переговоры о торговых договорах? Шпага вынута из ножен. Я пришел, чтобы раз и навсегда покончить с колоссом северных варваров. Что мне передать императору? Скажите, а какая дорога до Москвы короче всего? К Москве ведут несколько дорог. Карл XII, например, выбрал дорогу через Полтаву. Наполеоновская армия шла на Москву. Армия, не знавшая поражений. Армия с железной дисциплиной и высоким моральным духом. Армия, ведомая талантливыми полководцами своего времени. Самойлов, мать твою! Я же сказал, эти мешки в огонь! Вот те на подводу! Слушай, давай быстро у меня все! Иди у меня там! Слушаюсь! А мне не хочется. Да кто его знает? Никто не говорит. А куда идем-то? Значит, ступай. Ишь, казаки бегут. Да, чисто. Не по плечам. Русская армия оставляла Вильно. Из города вывозилось все, что могло иметь хоть какую-нибудь ценность для неприятеля. Что не поддавалось транспортировке, сжигалось. Уже вечером главные силы французов входили в Вильно. Польская шляхта встречала их как освободителей. Развивались знамена. Горожане преподнесли Наполеону ключи от города. Но через три дня начались грабежи мирного населения. Сбором продовольствия у населения занимались все армии мира. Специальные воинские команды должны были расплачиваться с населением деньгами или выдавать расписки. Но во время войны цена любой бумажки была ничтожной. Крестьяне не желали делиться своими запасами ни с соотечественниками, ни тем более с чужой армией. В походном марше голод гнал солдат в дома местных жителей, у которых они отбирали или воровали продукты. Командованию русской и французской армии приходилось принимать самые строгие меры в борьбе с грабежами. Во французской армии за вооруженный грабеж и рукоприкладство суд приговаривал военнослужащего к расстрелу. За воровство у хозяина дома полагалось 10 лет каторги. За воровство у своих товарищей – 6 лет. И чем дальше французская армия уходила вглубь Российской империи, тем труднее было поддерживать дисциплину. За первые 40 дней марша в некоторых французских дивизиях, не участвовавших в боевых действиях, потери личного состава от голода, болезней и дезертирства доходили до 30%. Анри, быстрее, быстрее. Выстрела потеряли на марше от 40 до 50% личного состава. У
Утром по звуку труб эскадроны и полки продолжили свой нескончаемый марш. На восток. Вперед к далекой, неведомой и загадочной Москве. Данные разведки о количестве французских войск вызвали в русском штабе некоторое замешательство. Александр, зная, как Наполеон любит преувеличивать свою мощь, не хотел верить донесениям казаков. Но сложность положения русских армий была очевидна. Первая западная армия под командованием Барклая де Толли располагалась в Литве. 12 русских дивизий противостояли 17 французским во главе с самим Наполеоном и генералом Эженом Багарне. Вторая западная армия во главе с генералом от инфантерии Багратионом прикрывала Белоруссию. Против его 6 дивизий были брошены 11 французских дивизий генерала Жерома Бонапарта и маршала Даву. Третья западная армия генерала от кавалерии Тармасова размещалась на Волыни. Ей противостоял австрийский корпус генерала Шварценберга. Силы Тармасова, отрезанные Полесскими болотами, не могли быстро соединиться с первой и второй армией. Дунайская армия адмирала Чичагова находилась в Молдавии. Между Россией и Османской империей уже был подписан мир, и Чичагов в любой момент был готов выступить на помощь остальным силам. Таким образом, русские войска были разбросаны вдоль западной границы на 800 километров. Сражаться с более многочисленной армией врага на кордоне было бессмысленно. По довоенному плану Александра I, армия Барклая де Толли должна была отступать на север Белоруссии к Дрисскому лагерю. Дрисский лагерь – земляная крепость на левом берегу Западной Двины, построенная по проекту немецкого военного теоретика генерала Фуля. Предполагалось, что здесь примет генеральное сражение первая армия, поддержанная на флангах и в тылу неприятеля второй армией. Состояние лагеря инспектировал генерал Бенниксон. Увиденное произвело на него удручающее впечатление. Крепость оказалась никуда не годной. Неудобное месторасположение и плохие укрепления могли стать смертельной ловушкой для русских войск. Генералы настаивали на отступлении к Смоленску, чтобы у стен города объединить силы двух армий. Первая и вторая русские армии получили приказ отступать к Витебску. Для прикрытия дороги на Псков и Санкт-Петербург выделялся отдельный корпус под командованием графа Витгенштейна численностью в 24 тысячи человек. Определенную неразбериху в действия русского командования вносило присутствие при генштабе Александра I, его брата, министров, советников и свиты. Барклай де Толли вынужден был каждое свое распоряжение согласовывать с императором и его окружением. Генштаб погружался в атмосферу дворцовых интриг и противостояния различных партий. В сложившуюся ситуацию вмешался государственный секретарь Александр Шишков, призвавший в союзники министра полиции Александра Балашова и члена Государственного совета Алексея Аракчеева. 6 июля первая армия прибыла в Полоцк, где русский император решился оставить войска и уехать в Москву. Но с отъездом царя встал вопрос, кто же станет главнокомандующим, Барклай де Толли или Багратион? Багратион Петр Иванович, генерал от инфантерии. Начинал службу в 17 лет сержантом. Любимый ученик Суворова. Прославился в бою при Щенграбине в 1805 году, когда с отрядом в 6 тысяч человек сдержал натиск 30-тысячного французского корпуса. Во время Отечественной войны командовал 2-й западной армией. В Бородинской битве был тяжело ранен и спустя 17 дней умер. Александр I сделал свой выбор. Ну что ж, дорогой мой, доверяю вам свою армию. И запомните одно, что другой у меня нет.
главнокомандующим первой русской армией, был назначен Барклай де Толли. Отныне Багратион переходил к нему в подчинение. Москва встретила императора с воодушевлением. Манифесты Александра I к русскому народу, жителям Москвы и о созыве народного ополчения вызвали невероятный патриотический подъем. В 16 губерниях России создавались формирования народного ополчения, а в Украине, на Дону и на Урале – казачьи полки. Крестьяне с согласия помещика охотно шли на войну, надеясь получить вольную. Только Московская губерния обязалась снарядить и выставить 80 тысяч человек. Частные лица на свои средства формировали, одевали и вооружали батальоны и эскадроны. Дворянство записывалось в армию. В храмах служили молебны о спасении России. Митрополит Платон вручил русскому императору чудотворный образ Сергия Радонежского, который Александр передал московскому ополчению. Ну чё там, Самойлов? Самойлов! Ну чё там? Водка, ваше благородие. Водка? Водка? Как с ней прикажете? Ваше благородие! Чё? Французы! Далеко? В Ирске! Ох, ёп! Так чё с водкой-то делать? Пущай выпьют за наше здоровье. Давай, курицу давай. Оставь! И быстрее, Самойлов, быстрее! Армия Наполеона вступила на белорусскую землю. Но солдат встречали пустые деревни и городки. Жители покидали родные места с отступающей русской армией или уходили в леса. Отряды казаков при появлении противника поджигали дома, амбары и административные здания. За все отступление русской армии французы не захватили ни одного раненого, ни одной отставшей повозки. Прошло всего несколько недель похода, а во многих французских полках уже числились сотни заболевших, отставших, пропавших без вести и дезертиров. Длительные переходы и отсутствие кормов истощили лошадей. Вскоре начались и первые сражения, на которые так рассчитывал Наполеон. Отчаянная храбрость и решимость русских стоять насмерть удивляли видавших виды французских солдат и офицеров. В конце 18-го, начале 19 веков применялась линейная тактика ведения боя. Наполеоновская армия успешно использовала атаку в колоннах. Пехота или инфантерия была вооружена кремневыми ружьями весом от 4 до 5,5 килограмм. Патрон к ружью представлял собой бумажную трубку с зарядом пороха и пулей в ней. Чтобы перезарядить ружье в боевых условиях, стрелку требовалось около 20-30 секунд. Разорвав зубами патрон, солдат отсыпал немного пороха на полку замка, высыпал остальной порох в канал ствола, а затем туда же шомполом забивал пулю и пыш. Оставалось прицелиться и спустить курок. Дальность выстрела составляла 140-200 метров. Точность выстрела была невысока и зависела от силы ветра, количества и качества пороха и других факторов. И во французской, и в русской армиях применялся трехширеножный строй. Для обеспечения максимальной огневой мощи применялось развернутое линейное построение. Чем больше стрелков вело огонь, тем выше была вероятность попадания. Во время боя стороны постепенно сходились. Подойдя на расстояние выстрела, командиры приказывали солдатам открыть огонь. После нескольких залпов одна из сторон либо начинала отступать, либо бросалась в штыки на неприятеля. При этом строй не переходил на бег, а лишь ускорял шаг, выставив вперед штыки. Плотная, ощетинившаяся штыками линия производила на противника ошеломляющее впечатление. –
13 июля 1812 года под деревней Островно у Витебска передовые кавалерийские части французов столкнулись с арьергардом 4-го пехотного корпуса генерала Остермана Толстого, прикрывающего отступление армии Барклая де Толли. Ваше превосходительство! Неприятель в 5 верстах от нас. Остерман Толстой Александр Иванович, генерал от инфантерии. Заключение Тильзитского мирного договора с Наполеоном не принял. Неожиданно подал в отставку. Возвратился в армию с началом Отечественной войны, приняв командование 4-м пехотным корпусом. Ночью в нескольких километрах от местечка Бешенковичи отряд французской кавалерии увидел идущих впереди солдат. Французские гусары спокойно двинулись вслед за неизвестными, принимая их за своих. Вдруг те открыли стрельбу. Оказалось, что это русский арьергард, получивший приказ задержать неприятеля. С боем войска подошли к Островно. Следующего дня прибыл командующий французской кавалерией маршал Мюрат и приказал обстрелять позиции русских из пушек. 4-й русский корпус нес большие потери, в одиночку прикрывая отход 1-й армии. Что прикажете делать, ваше превосходительство? Тогда-то Остерман и отдал свой знаменитый приказ. Ничего не делать. Стоять и умирать. К вечеру французы начали обходить правый фланг русских, и Остерман отступил. На рассвете следующего дня к его полкам присоединилась дивизия Коновницына, и бой возобновился с новой силой. Коновницын Петр Петрович, генерал от инфантерии. Человек невероятной смелости и необычайной доброты. При отступлении позволял солдатам брать в обоз желающих уехать жителей. После Бородинской битвы командовал 3-м пехотным корпусом. Затем был дежурным генералом штаба Кутузова. С 1815 года военный министр Российской империи. Пехоту Коновницына с двух сторон атаковали войска Багарне и Мюрата. Близко не подпускать! Плотнее ряды! Орлами стоять! Трижды русские войска бросались в контратаки. Хорватский батальон Багарне был полностью уничтожен. Среди французских войск возникло замешательство, но они продолжали наступать. К 3 часам дня французы начали обходить позицию Коновницына с флангов. Чтобы избежать окружения, генерал приказал отходить. Силы Мюрата были настолько истощены, что он не бросился вслед за русскими. Однако прибывший на место боя Наполеон приказал немедленно начать преследование. Император понимал, что Коновницын лишь прикрывает отступление Барклая де Толли, который спешит соединиться с войсками Багратиона. До самой ночи русские пехотинцы шли, непрерывно отстреливаясь. Барклай де Толли уже стоял у Витебска, ожидая армию Багратиона. Он готовился дать сражение силами 2 армий. Но на долю Багратиона и его солдат выпали тяжелые испытания.
Наперерез второй армии, стремясь разбить русские армии по частям, Наполеон бросил два корпуса. Правое крыло французской армии возглавлял брат Наполеона, Жером Бонапарт. По оценке французов, они выставили не менее 90 тысяч своих солдат против 45 тысяч русских. Войскам Багратиона грозило окружение, но они сумели уйти. 28 июня Багратион разгромил авангард войск Жерома и двинулся в направлении Минска, не зная, что город уже взят войсками маршала Даву. Дорога на север Багратиону была закрыта. Даву Луи Николя, маршал Франции, соученик Наполеона по военной школе. Один из самых талантливых французских военачальников. При Бородине лично повел в атаку пехотный полк, был контужен. В 1814-м с корпусом войск оборонял Гамбург, даже узнав об отречении императора. Но французы упустили возможность окружить Багратиона. Легкомысленный брат Наполеона 4 дня отдыхал в Гродно. И хотя его войска продолжали наступление, вторая армия сумела уйти. Из письма Багратиона Ермолову. На силу вырвался из аду. Дураки меня выпустили. Багратион шел к Могилеву. Армии предстояло переправиться через Днепр, выйти к Витебску и там соединиться с войсками Барклая де Толли. И вновь Даву опередил. Корпус маршала занял Могилев и деревню Салтановку, преградив дорогу Багратиону. Только разведка боем могла дать ответ о составе войск противника, чтобы затем определить дальнейший путь продвижения армии. Ваше высокопревосходительство, французы! Николай Николаевич, силы неприятеля неизвестны. Но если там только передовые отряды, вы их опрокинете. Если же нет, то хотя бы свяжите его боем. Это даст мне возможность перейти через Днепр. С Богом. Раевский Николай Николаевич, генерал от кавалерии. Участвовал в военных действиях против турок, поляков и шведов. Командовал 7-м пехотным корпусом. Героически проявил себя в сражениях под Салтановкой, Смоленском, Бородином. Силы Даву насчитывали 12 тысяч человек против 15 тысяч Раевского. Свою кавалерию и артиллерию французы разместили на закрытой и пересеченной местности. Русским же предстояло преодолеть глубокий овраг перед позициями неприятеля. Утром 11 июля Раевский двинулся вперед. Он поручил дивизии генерала Паскевича обойти позицию французов по лесным тропам. С боем заняв деревню Фатово, русские батальоны неожиданно были атакованы французами. Вследствие разных причин наступление Раевского с главными силами началось позднее действий Паскевича. Смоленский пехотный полк был встречен сильным огнем со стороны противника. Раевский лично возглавил атаку, но его войска сумели лишь отбросить французский батальон за ручей. От пленных Раевский узнал, что впереди основные силы Даву. Дорога на Витебск была закрыта. Багратион отправил курьера к Барклаю. Он сообщал, что вынужден идти к Смоленску, где и надеется встретиться с первой армией. Даву ждал, что на следующий день на него обрушится вся мощь русских и срочно укреплял позиции. Однако ночью основные силы Багратиона перешли Днепр у Нового Быхова и ушли от преследования. Лишь спустя 2 дня Даву понял свою ошибку и бросился в погоню. Но поздно. Армия Багратиона уже шла к Смоленску. Когда Наполеон узнал, что его брат Жером упустил Багратиона, он пришел в бешенство.
Все плоды моих маневров и прекраснейший случай, какой только мог представиться на войне, потеряны вследствие этого странного забвения элементарных правил войны. Обиженный Жером демонстративно оставил свой пост и уехал в Кассель. Поздно вечером 14 июля французы подошли к Витебску, занятому первой армией. Наполеон жаждал победы, стягивая к городу все новые силы. Стояла невероятная жара, войска поднимали тучи пыли. Ветераны Великой армии вспоминали Египет и сирийские пустыни. Не хватало воды. Передовые отряды осушали колодцы до дна, и полкам, идущим следом, доставалась лишь мутная жижа. Люди теряли силы, гибли лошади. Наполеон пытался понять планы Барклая. Будет ли он, наконец, сражаться? А Барклай де Толли ждал вторую армию. Но утром к нему прибыл посланник от Багратиона, князь Меншиков. Ваше высокопревосходительство, вторая армия движется к Смоленску. В этих условиях начинать сражение было бессмысленно. Весь день 15 июля Наполеон изучал позиции и подтягивал к Витебску новые части. Мюрат непрерывно находился на передовой. В русском лагере горели костры. Было слышно, что там готовятся к сражению. Из послания Наполеона Мюрату. В 5 часов утра мы начинаем атаку. Как ушли? Куда? Как 100 тысяч человек могут бесшумно покинуть лагерь и бесследно скрыться? Один из адъютантов наткнулся на русского солдата, безмятежно спавшего под кустом. Но от него так и не добились никакого ответа. Куда ушли русские? В Петербург или в Москву? Дилю парблю! Император велел подходить к русскому лагерю со всеми предосторожностями, опасаясь засады. В лагере царила мертвая тишина. Необходимо было понять, что все это значит и что предпринимать. Принял ли Барклай де Толли решение сражаться, или русские отступают, заманивая французов вглубь России? Французы вошли в Витебск. На улицах ни души. Я намерен окончить кампанию здесь, в Витебске. Подвести резервы и ждать мирных предложений от Александра. В Витебске Наполеон узнал о заключении мирного договора между Россией и Турцией. Вскоре пришла еще одна шокирующая новость. Сир, генерал Ренье разбит. Союзники Наполеона, австрийский корпус генерала Шварценберга и саксонский генерал Ренье прикрывали фланги наполеоновской армии от действий 3-й западной армии генерала Тормасова. Выполняя предписание Барклая де Толли, Тормасов атаковал с фланга и в тылу неприятеля, который устремился против князя Багратиона.
Тормасов Александр Петрович. Генерал от кавалерии. Участник русско-турецкой войны. При Павле I был отправлен в отставку, но через год вернулся в армию. Ближайший помощник Кутузова. Участвовал в сражениях под Малоярославцем, Вязьмой, Красным. После войны член Государственного совета, генерал-губернатор Москвы. Дивизии Тормасова, заняв Брест, атаковали саксонский гарнизон генерала Ринье в Кобрине. После жестокого боя саксонцы сложили оружие. Ринье, узнав о поражении своего гарнизона, отступил к Слонему, прося помощи у Наполеона. Корпусу Шварценберга идти на помощь Ринье. Свои войска я веду к Смоленску. Я считаю, что это неправильно. Но французские генералы высказались против подобного плана. Они утверждали, что тактика русских – отходить вглубь страны – означает для французской армии одно – гибель. Говорили о падеже лошадей, недостатке провианта, выжженных деревнях и огромных расстояниях, которые солдаты преодолевают в условиях жары и нехватки воды. Ils pensent au sujet des plaisirs. Я слишком обогатил моих генералов. Они думают об удовольствиях, об охоте, о катании по Парижу в своих великолепных экипажах. Война им уже опротивила. Сир. Nous ne comprenons pas. Pas de but. Pas besoin de cette guerre. Мы сами не понимаем ни цели, ни необходимости этой войны. Эта война ненародна и обречена на поражение. Мы должны заключить мир. Сейчас и немедленно. Александр слишком могуществен. Он не согласится на мир, не испытав счастья в бою. Если нужно, я пройду в поисках сражения до Москвы, до этого святого города, и я выиграю это сражение. Император повел армию к Смоленску. Как говорили французы, Наполеона мог погубить только Наполеон. Войска Наполеона к середине июля 1812 года уже захватили Белоруссию и двигались на Москву. Анри, принеси еще картошки. Французский император жаждал сражения, уверенный, что разобьет армию Александра I и принудит Россию заключить мир на своих условиях. Донесение императору. Однако
честолюбивым планам завоевателей Европы не суждено было сбыться. Десятый корпус французской армии под командованием маршала Макдональда приближался к Риге. Перед войсками стояла задача занять город, соединиться со вторым корпусом маршала Удино и объединенными силами двигаться на Петербург. Генерал-губернатор Риги барон фон Эссен сжег предместья, хорошо подготовил город к осаде и сдаваться не собирался. Идти на штурм Макдональд не стал и решил на дальних подступах дожидаться прибытия осадной артиллерии из Восточной Пруссии. Петербургское направление защищал первый пехотный корпус русской армии под командованием графа Витгенштейна. Корпус Удино, заняв Полоцк, решил обойти русские войска с севера. Стараясь его поддержать, Макдональд захватил крепость Динабург на Западной Двине. Опасаясь соединения французских корпусов, Витгенштейн принял решение встретить Удино у Себежа. Отвлекающие удары по тылам неприятеля предстояло наносить кавалерийскому отряду генерала Кульнева. Кульнев Яков Петрович, генерал-лейтенант, отличился во время военных действий со Швецией. В турецкой войне командовал авангардом русской армии. Бескорыстный, строгий к себе и к подчиненным, был любим солдатами за отеческую заботу о них. Молодцам Кульнева неизменно поручалась самая сложная задача – первыми атаковать и последними уходить. Действуя умело, гусары переправились через реку и неожиданно напали на французский аванпост. Среди захваченных в плен оказался и любимец Наполеона – бригадный генерал Сен-Жени. Известие об этом привело французского императора в ярость. Гусары. Легкая кавалерия, вооруженная саблями и пистолетами. Главная задача гусар – разведка, сторожевое охранение, ведение обходных маневров, атака небольших отрядов пехоты противника и его преследование. Первые гусарские отряды появились в Венгрии и успешно себя показали во время 30-летней войны. Их форма как в русской, так и в армиях других стран сохранила особенности венгерского национального костюма. Даламан – короткая однобортная куртка, расшитая шнурами со стоячим воротником. Кивер – с султаном и шнурами, этишкетами. Ментик – короткая куртка, расшитая шнурами и отороченная мехом. Чикчиры – рейтузы. Ташка – плоская сумка на длинных ремнях. Кушак – пояс. Особенно жаркие бои завязались с частями корпуса Удино 18-19 июля под Клястицами. Авангард Кульнева не только отбил атаку противника, но и штурмовал превосходящие силы французов, взял в плен 900 человек и почти весь обоз. 20 июля, увлекшись преследованием противника, Кульнев не заметил подхода главных сил французского корпуса и оказался под сильным артиллерийским огнем. 12-фунтовое ядро оторвало генералу ноги. Узнав о гибели Кульнева, в письме к Жозефине Наполеон писал: «Вчера убит Кульнев, один из лучших генералов русской кавалерии». Корпус Удино увяз в стычках с корпусом Витгенштейна. В боях под Клястицами французы понесли значительные потери и отступили к Полоцку. Наступление французов на Санкт-Петербург было сорвано. В это время основные силы французов во главе с императором продолжали преследовать отходившие русские войска. 22 июля 1-я западная армия Барклая де Толли и 2-я западная Багратиона соединились в Смоленске. Смоленск был последним крупным городом на пути к Москве. Несмотря на изматывающие бои, боевой дух русских солдат не был сломлен. Они входили в город под звуки полковых оркестров. Войска горели желанием немедленно сразиться с неприятелем. На этом настаивал и пылкий Багратион.
Уравновешенный Барклай де Толли был против, понимая, что численное превосходство на стороне французов. Командующий полагал, что армия Наполеона насчитывает 180 тысяч солдат. Он же мог выставить лишь 78 тысяч, так как силам Багратиона предстояло прикрывать дорогу на Дорогобуж. Наша задача – драться с противником, а не бегать от него. А я не могу командовать наступление, не зная о положении неприятеля. Отношения Барклая де Толли и Багратиона накалились до предела. Из письма Багратиона. Ради бога, пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать в Молдавию или на Кавказ. Я думал, истинно служу государю и отечеству. А на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь, не хочу. Багратион писал министру Аракчееву, прекрасно зная, что тот покажет письмо царю. Многие из генералов стремились очернить Барклая де Толли в глазах Александра. Обвиняли командующего в бездействии, а подчас и в предательстве. Накопившиеся разногласия проявились во время военного совета, собранного Барклаем в Смоленске, когда приняли компромиссное решение – город без боя не отдавать, но оборонять ограниченными силами. Войска двух русских армий разными дорогами двинулись из Смоленска в направлении на Рудню, чтобы прорвать центр армии Наполеона и разбить ее на части. 27-я дивизия генерал-лейтенанта Неверовского держала под наблюдением Оршанскую дорогу. В самом Смоленске остался всего один полк. Русские армии отошли от Смоленска на 30-40 километров, когда в ночь на 27 июля Барклай де Толли получил данные о численности наполеоновской армии. Его догадки подтвердились. У неприятеля было почти в два раза больше солдат, чем у него. Из приказа Барклая де Толли. Приказ о наступлении отменить. Срочно. Мы возвращаемся в Смоленск. Но это распоряжение не могло быстро попасть в войска, ушедшие далеко вперед. Первым двигался казачий корпус атамана Платова, 6 полков донских казаков, а также части, состоящие из башкир и крымских татар. Платов Матвей Иванович, генерал от кавалерии, атаман Донского казачьего войска, участник штурма Очакова, Измаила и подавления восстания Пугачева. За время войны 1812 года его казаки захватили более 500 орудий, 70 тысяч пленных и 30 знамен. Ранним утром 27 июля у деревни Молево болото казаки Платова наткнулись на отдыхавшую французскую кавалерийскую дивизию и сходу атаковали ее. Два казачьих полка, выставив вперед пики, неслись на кавалерию оцепеневших французов. Такого они еще не видели. От полного истребления их спасла подоспевшая немецкая конная бригада. Казаки. Кавалерийские части – особое военно-обязанное сословие, существовавшее только в России. Использовали при атаке преимущественно разомкнутый строй – лаву. Основное вооружение – пика и сабля. В то время как Барклай де Толли двигался от Смоленска на Рудню, Наполеон решил основными силами зайти в его тыл и отрезать пути отступления. Совершавший маневр три французских корпуса у городка Красный столкнулись с авангардом дивизии генерала Неверовского. 7200 бойцов приняли на себя удар почти 30-тысячной кавалерии наполеоновской армии. 2 августа 1812 года. Город Красный. Неверовский, оставив в Красном несколько батальонов егерей, с основными силами занял позицию за городом. Ваш высокопревосходительство! Так французы валун валят! Неверовский Дмитрий Петрович, генерал-лейтенант. В 15 лет убежал из дома опекуна в действующую армию. Командир первого полка нового рода войск того времени – морской пехоты.
В 1812 году его дивизия понесла самые большие потери. Во время заграничного похода в сражении под Лейпцигом был тяжело ранен и вскоре умер. Французские гусары и егеря пытались сходу взять Красный, но, неся потери, отошли назад. К 15 часам к городку подошел 24-й легкий полк французов. Не сдержать ваше высокопревосходительство! Надо отступить! Прикажите егерям оставить деревню! На поле боя прибыл маршал Мюрат. 9-й польский уланский и 3-й конно-егерский полки двинулись в атаку на дивизию Неверовского. Уланы – разновидность легкой кавалерии, вооруженная пиками. Слово «улан» – конный воин татарского происхождения. В 16-17 веках так называли татарскую конницу на службе у Речи Посполитой. Затем название распространилось на всю польскую легкую конницу. Уланы различных армий носили форму с польскими национальными отличиями. В частности, характерные головные уборы – конфедератки. Русская пехота перестроилась в два больших каре, между которыми расположили орудия. За артиллерией стал Харьковский драгунский полк. Драгуны – от французского слова «дракон». Конница, вооруженная огнестрельным оружием, способная действовать и в пешем строю. Драгуны русской армии носили высокие каски из черной лакированной кожи с волосяным гребнем. Во французской – металлические каски с ниспадающим конским хвостом. Французские кавалеристы повернули назад. Русские драгуны бросились за ними. Но тут из Красного на помощь французам пришли свежие кавалерийские части. Под их натиском драгуны развернулись. Огонь! Отставить! Русская артиллерия молчала. Куда стрелять? По своим? Отставить! Отставить! Силы были неравными, и 9 орудий достались французам. В распоряжении Неверовского осталось около 6000 пехотинцев и 5 пушек. Почти все солдаты были новобранцами, а против них сражалось около 15000 французских кавалеристов. Неверовский приказал перестроиться в одно каре. Братцы! Все вы помните, как вас учили держать каре? Ружья зажмите и ждать моей команды! Каре, стройсь! Стройсь! При отражении кавалерийской атаки линия регулярной пехоты перестраивалась в четырехугольник – каре. Каждую сторону каре составлял развернутый вовне строй или колонна. Первая линия солдат выставляла длинные ружья с примкнутыми штыками, не подпуская всадников. Вся колонна вела стрельбу сначала залпами, а затем батальным огнем, то есть произвольно, нанося коннице ощутимый урон. Задача кавалерии – разорвать каре и не дать солдатам вновь построиться. Вюртембергские и французские конные егеря, польские уланы и французские гусары шли на стоявшие безмолвно каре Неверовского. Приказал отступать, сохраняя построение. Что еще? Василий. К черту! Атаке! Вот неприятель! Атакуйте! Мюрат Иоахим, маршал Франции, отличился при подавлении Наполеоном мятежа роялистов. Участник практически всех наполеоновских походов. Женился на сестре императора. За выдающуюся храбрость и военные успехи получил от него Неаполитанское королевство. В 1812 году командовал резервной кавалерией,
После второго отречения Наполеона пытался поднять восстание в Неаполе, но был арестован и расстрелян. Место его захоронения неизвестно. По разным сведениям, в этот день французские кавалеристы совершили около 40 атак на колонну Неверовского. Ну, держись, братцы! Держать строй! Опа. На помощь французской кавалерии подоспела вюртембергская артиллерийская батарея. Остатки дивизии Неверовского, на сутки задержавшие французский конный авангард маршала Мюрата, отбиваясь, прошли около 10 верст. Против пушек не устоять, ваше высокопревосходительство. Отставить! Видите возвышенность? Возьмите егерей, два орудия и отступаем. Прикройте нас. Вторая и третья рота, отходим к лесу. Отходим! Орудия открыли огонь с возвышенности. Французы решили, что к русским прибыло подкрепление, и больше не атаковали. Отряд Неверовского двинулся к Смоленску. Опускались сумерки. Отбитое орудие, сир. Я ожидал всю дивизию русских, а не 9 отбитых орудий. Ускорить движение к Смоленску. Стройся! Второго августа Багратион, получив донесение от Неверовского о бое и продвижении французов к Смоленску, приказал Раевскому немедленно идти на помощь генералу. Багратион начал спешно разворачивать свои войска. Часть войск Раевского и остатки отряда Неверовского встретились в 6 верстах от Смоленска и заняли оборону. Августа 1812 года. 16 часов. На 15 тысяч русских солдат надвигалась 180-тысячная армия французов, отдохнувшая в Витебске и пополнившая запасы продовольствия. А вот и французский авангард. Табак дело, господа. Раевский немедленно отдал приказ отступить в город. Смоленск предстояло удержать любой ценой. Положение было столь отчаянным, что Раевский распорядился вызвать из госпиталей легкораненых солдат, способных держать оружие. В то время, когда войска Наполеона приближались к Смоленску, первая русская армия находилась в 40, а вторая в 30 километрах западнее города. Судьба Смоленска, русского гарнизона и двух русских армий висела на волоске. Первыми к Смоленску вышли войска маршала Нея. Смотри, Анри. Это и есть Москва? Пока нет. Название этого города я и сам не произнесу. Из воспоминаний графа Сигюра. Вид Смоленска воспламенил пылкий энтузиазм маршала Нея. Не без основания на ум приходили чудеса войны с Пруссией, когда целые крепости падали перед саблями нашей кавалерии. Ней Мишель, маршал Франции, один из самых талантливых военачальников Наполеона. При отступлении из России, по сути, спас остатки французской армии, приведя ее в Польшу. В 1814-м перешел на службу к Людовику XVIII. Обещал королю привести в Париж сбежавшего с острова Эльба Наполеона в железной клетке. Однако при первой же встрече с императором перешел на его сторону. После второго отречения Наполеона арестован и расстрелян. К стенам города примчался Наполеон, накануне отметивший день рождения. Его генералы хотели отличиться и преподнести императору подарок – занять Смоленск в тылу русских армий, а затем поодиночке их разбить. Утром 4 августа французы предприняли штурм крепости. Это крепкие стены. Дождемся подкреплений. Начинайте обстрел.
Мы покончим с этим горделивым влиянием России. Первой ударила артиллерия, под прикрытием которой в атаку устремились кавалерия и пехота. Против 15 тысяч Раевского к вечеру у Смоленска сосредоточились главные силы Наполеона. Но город надо было удержать до подхода основных войск, которые быстро двигались на помощь Смоленску. Командующий 2-й русской армией Багратион писал Раевскому. «Дорогой мой, я не иду, я бегу. Желал бы иметь крылья, чтобы скорее соединиться с тобою». Промедление Наполеона сыграло решающую роль. В пылающий Смоленск вечером вернулась 2-я русская армия, а ночью – 1-я. В районе Смоленска находилось не менее 110 тысяч русских солдат и около 183 тысяч французских. Наполеон был доволен. Казалось, что его желание покончить разом с обеими русскими армиями наконец сбудется. Утром французы пошли на штурм. Багратион настаивал на генеральной битве и обороне Смоленска до конца. Но Барклай де Толли, учитывая численное преимущество французов, не стал рисковать. Армии получили приказ отступать к Москве через Дорогобуж. Защиту города возложили на корпус генерала Дахтурова. Дахтуров Дмитрий Сергеевич, генерал от инфантерии. За время военной службы получил 3 тяжелых ранения. Отличался умелыми действиями в оборонительных боях. После ранения Багратиона в битве при Бородине возглавил левый фланг русской армии. Скончался от последствий ранений. Дахтуров вывел свои войска из Смоленска и выстроил у городских стен. Наполеон тут же приказал атаковать русские полки и по возможности взять их в плен. Французы бросились на штурм Малоховских и Никольских ворот. Снаряды французских пушек разрушали стены, под обломками которых гибли сотни солдат. У русской батареи, защищающей Малоховские ворота, 4-жды меняли орудийную прислугу. В этом бою французская передовая пехотная бригада потеряла своего генерала, всех командиров полков и большинство офицеров, но смогла оттеснить русские войска в город. Жители покидали Смоленск вместе с армией, поджигая уцелевшие дома. К ночи пламя полыхало над всем городом. Последним оставил город корпус Дахтурова. Он сжег мост через Днепр. Это извержение Везувия. Не правда ли красивое зрелище? Труп врага всегда хорошо пахнет. Из воспоминаний графа Сигюра. Спектакль без зрителей, победа почти без плодов, кровавая слава, дым, который окружал нас, был, казалось, единственным нашим приобретением. Наполеон продолжил наступление, желая навязать русской армии генеральное сражение. Он приказал Нею отрезать войска Барклая де Толли от переправы и возможности соединиться со 2-й армией. 7 августа у деревни Валутина-гора 40-тысячный корпус Нея был остановлен 3-тысячным отрядом под командованием генерала Павла Тучкова. Генерал заметил угрозу прорыва французского корпуса и самостоятельно изменил предначертанный ему маршрут. Он занял удобную позицию и огнем встретил солдат Нея. Пехота Нея атаковала уже 5 часов. Русские солдаты, доблестно отражая неприятеля, отошли за реку. Подошедшее подкрепление увеличило численность русских до 22 тысяч. Внимание! Играй атаку! Вечером Ней предпринял еще одну атаку. Навстречу французам во главе лейб-гренадерского Екатеринославского полка пошел сам генерал Тучков.
когда лошадь под ним пала, он продолжал сражаться с ружьем в руках. Отставить! Отставить! Это не солдат, это генерал. Поднимайте его быстрее. С пленным Тучковым пожелал увидеться французский император. Тучков Павел Алексеевич, генерал-майор. Один из пяти братьев Тучковых, четверо из которых генералы, участники войны 1812 года. Двое погибли в Бородинском сражении. Отличился в войне со Швецией. В 1812-м командовал пехотной бригадой. В качестве почетного пленника был отправлен в Париж. Освобожден в 1814 году. Впоследствии член Государственного совета. Наполеон убеждал русского генерала, что не он был зачинщиком войны. Родня ли вам генерал Тучков, командующий третьим корпусом? Родной брат мой. Наполеон предложил генералу написать письмо Александру Первому и от имени французского императора изложить предложение о мире. Я никогда не осмелюсь утруждать императора письмами, особенно в настоящем моем положении. Но не можете ли вы написать брату то, что я вам скажу? К брату? Другое дело. Берите яблоки. Они полезные. Спасибо. Так было написано первое письмо, в котором Наполеон через генерала Тучкова предлагал императору Александру заключить мир. Письмо Тучкова передали в главный штаб русской армии его брату Николаю Алексеевичу, который переправил его царю. Но Александр I не ответил Наполеону. Перед французским императором вновь вставал вопрос, идти далее или остаться в Смоленске. После ухода из Смоленска в русской армии, как среди солдат, так и среди офицеров, царило уныние. Назад, да назад. До Москвы уж рукой подать. А говорят, в штабе одни немцы? Так-то оно и есть. Из воспоминаний русского офицера. После смоленских битв каждому из нас представлялась печальная картина погибающего отечества. Жители оставляли большую часть своего имущества. Казаки истребляли все, что оставалось. Отчаянная Россия терзала сама свою утробу. В
Из письма Багратиона министру Аракчееву. Больно, грустно, и вся армия в отчаянии. Слух ходит, что вы думаете о мире. Боже, сохрани. Вы поставите всю Россию против себя. И всякий из нас за стыд поставит носить мундир. Надо драться, пока Россия может, и пока люди на ногах. Итак, я пишу вам правду. Готовьте ополчение, ибо министр самым мастерским образом ведет в столицу за собой гостя. Де Толли неуклонно придерживался своего плана отступления и сохранения русской армии. Спустя годы он писал: «Я предаю строгому суду всех и каждого, дела мои. Пусть все, кто хочет, укажет лучшие меры, кои бы можно было изыскать и принять к спасению Отечества». Под общим давлением Барклай де Толли решился на сражение. Позицию под Дорогобужем выбирал генерал-квартирмейстер Толь. 12 августа Барклай де Толли, Багратион и великий князь Константин, брат императора Александра, осмотрели позицию и нашли ее совершенно непригодной для боя. Это укрепление никуда не годится. Это укрепление никуда не годится. Полное ничто. Позиция сия не может иметь тех недостатков, которые вы в ней находите. Как ты можешь так говорить и перед кем? Ты перед братом государя, главнокомандующим. Ты мальчишка. Ты знаешь, чем это пахнет? Белой рубашкой. Какими бы ни были отношения между Багратионом и Барклаем де Толли, но в решающей битве они действовали сообща и слаженно. Прежде всего, думая о судьбе России. При общем недовольстве действиями Барклая де Толли кабинет Александра I колебался в утверждении главнокомандующего русской армией. Рассматривались кандидатуры Барклая де Толли, Багратиона, Бениксона, Дахтурова, Палина, Тармасова и Кутузова. Созданная императором комиссия сделала выбор. Александру I ничего не оставалось, как согласиться с ее решением и утвердить на этот пост Михаила Илларионовича Кутузова. Среди всех русских генералов 67-летний Кутузов был самым опытным. Его считали искусным дипломатом, способным найти общий язык даже со своими недоброжелателями. А солдаты и офицеры его любили. Кроме того, назначение Кутузова на эту должность требовало петербургское и московское дворянство. Начальником штаба император назначил генерала от кавалерии Леонтия Леонтьевича Бениксона. Спустя несколько дней случай свел двух генералов на почтовой станции в селении Вышний Волочок. Кутузов ехал в армию, а Бениксон, еще не зная о своем назначении, направлялся в Санкт-Петербург. Кутузов сообщил ему о высочайшем приказе и предложил продолжить путь вместе. Самолюбивый Бениксон встретил предложение сдержанно. Но дипломатичный Кутузов все-таки уговорил генерала ехать в войска. 16 августа генералы прибыли в Гджатск. 17-го в царевом займище Кутузов принял командование над русской армией, оставив Барклая де Толли и Багратиона на своих должностях. Оценив обстановку, Кутузов приказал войскам отходить к Можайску, чтобы соединиться с резервами и московским ополчением. Вперед были высланы штабные офицеры, которым предстояло выбрать подходящее место для решающей битвы. Штабные работники, помощники командиров дивизий, полков и батальонов. Важная роль в работе штаба отводилась офицерам-адъютантам. Они отвечали за составление оперативных документов,
занимались вопросами передвижения, размещения и численности войск. В боевых условиях адъютанты часто выполняли обязанности офицеров для поручений. В отличие от простых курьеров, они являлись полномочными представителями командования и должны были разбираться в обстоятельствах сражений. Порой им приходилось верхом преодолевать десятки километров под пулями. От адъютанта по прибытию требовалось не просто сообщить командиру текст приказа, но и помочь принять верное решение в постоянно меняющейся обстановке. Случалось, что адъютант принимал на себя и командование этой воинской частью. Местом для генерального сражения избрали небольшую деревню Бородино в 124 километрах от Москвы. 22 августа к ней подошли обе русские армии. Через Бородинское поле проходили две дороги, ведущие с запада на Москву – Большая и Старая Смоленские. Поле разделяла небольшая речушка Колоч, приток Москвы-реки. Левый фланг прикрывал густой лес. На правом фланге, впадая в Москву-реку, Колоч расширялась, и обойти здесь русские позиции было крайне тяжело. Посередине поля пролегала Большая Смоленская дорога. По правую сторону от нее Кутузов расположил войска Барклая де Толли. Слева – армию Багратиона. На крайнем левом фланге, на Старой Смоленской дороге, позиции заняли 3-й корпус генерала Николая Тучкова и 15 тысяч ополченцев. 23 августа началось возведение артиллерийских укреплений и земляного редута в центре позиций 2-й армии. Главные артиллерийские укрепления, рассчитанные на 38 орудий, находились за Бородином, у селения Горки. Здесь же Кутузов расположил свой командный пункт. Перед позициями 2-й русской армии раскинулась деревня Шевардино. На одной из ее высот спешно возводили земляной редут. Редут – сомкнутое земляное укрепление прямоугольной или многоугольной формы, подготовленное к круговой обороне. Редут состоял из наружного рва, а также двухметрового вала с земляной ступенью для размещения стрелков и орудий. Утром 24 августа, вновь осматривая Бородинскую позицию, Кутузов приказал отвести 2-ю армию назад, к деревне Семеновская, и соорудить новые артиллерийские укрепления. Планировалось, что Шевардинский редут сможет задержать французский авангард, дав возможность основным силам укрепиться на Бородинском поле. Отряд из 8 тысяч пехотинцев, 4 тысяч кавалеристов и 46 орудий занимал укрепление. Командовал отрядом генерал Горчаков. Горчаков Андрей Иванович, генерал от инфантерии, племянник Суворова. Стал генерал-майором в 19 лет. Участник суворовских походов. Блестяще командовал дивизией в кампании 1807 года. В начале Отечественной войны командующий пехотой 2-й русской армии. При Бородине был тяжело ранен, награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. Участвовал в заграничном походе русской армии. С 1816 года член Государственного совета. На горизонте поднималось облако пыли. К Шевардину, где возводились оборонительные сооружения, приближался авангард армии Наполеона. Кутузов приказал генералу Коновницыну задержать французов. У Колоцкого монастыря в 8 километрах от Бородина отряды Коновницына приняли удар конницы Мюрата. Французы атаковали так стремительно, что русским пришлось отойти к Шевардинскому редуту. Наполеон приказал немедленно захватить укрепление. Первыми в атаку бросились поляки 5-го корпуса Йозефа Понятовского. Они наткнулись на сопротивление егерей, которым вскоре на помощь подоспели Киевский драгунский и Ахтырский гусарский полки. Кавалеристы стремительно атаковали польскую пехоту. Многие наполеоновские солдаты погибли, а оставшиеся в живых спаслись бегством. Тем временем французы заняли деревню Фомкино и выставили перед ней артиллерийскую батарею. Завязалась перестрелка. Артиллерия периода наполеоновских войн была весьма эффективным видом вооружения. Максимальная дальность стрельбы составляла от 1500 до 3000 метров.
12-фунтовое чугунное ядро с расстояния в 500 метров пробивало полуметровую кирпичную стену или 2,5 метра земляного бруствера. При этом ядро, отскакивая от грунта, рикошетом продолжало свой смертоносный полет. Попадая в сомкнутые ряды пехоты, оно убивало и ранило десятки солдат. Картечь – артиллерийский снаряд, начиненный чугунными пулями. Стрельбу картечью применяли в основном на близких дистанциях по атакующей кавалерии. Гаубичная граната представляла собой полый чугунный шар, начиненный порохом и снабженный дистанционной трубкой со взрывчатым веществом. При разрыве она разлеталась примерно на 50 осколков в радиусе 10-20 метров. После обстрела Шевардинского редута к нему двинулась французская и польская пехота. Заняв холм между редутом и деревней, французы установили на нем пушки. Противников разделяли всего 60 шагов. На редут посыпались ядра и картечь. Около 5 часов вечера французы пошли на штурм. Им удалось захватить Шевардино, но русские штыками выбили противника из деревни. На отдых времени не было. Неприятель снова бросился в атаку. Огромные силы французов, почти 40 тысяч человек, атаковали редут с трех сторон, пытаясь окружить и полностью уничтожить отряд. Во тьме они подошли к редуту почти незаметно. Однако вместо пехоты противник наткнулся на русскую вторую кирасирскую дивизию. Внимание! Кавалерия! Формируем каре! Изготовиться! Плотнее ряды! Я ничего не вижу. Атаки с обеих сторон следовали одна за другой. Лишь с наступлением темноты бой начал затихать. Бой за Шевардинский редут длился почти 10 часов. Потери с обеих сторон, убитыми и ранеными, составили у русских 6 тысяч человек, у французов 5 тысяч. Пленных не было. Кутузов отдал приказ оставить редут и отойти к главным позициям. Генерал Горчаков и солдаты Одесского пехотного полка уходили последними. Играть атаку! Военная хитрость удалась. Сбитая с толку конница Мюрата остановилась, а русские кирасиры подоспели на помощь пехоте. Не принимая боя, французы отступили. День 25 августа прошел в приготовлениях к сражению. Наполеон был в прекрасном расположении духа и уже считал себя победителем. Изучив Бородинское поле и выяснив расположение войск Кутузова, он заметил слабо укрепленный левый фланг русских. Именно туда, на позиции князя Багратиона, Наполеон планировал направить всю мощь главного удара – войска Даву, Нее, Жюно и почти всю кавалерию Мюрата. 4-й корпус Багарне должен был захватить село Бородино и наступать на курганную высоту. На правом фланге французов находился 5-й корпус Понятовского. Ему предстояло выйти на старую Смоленскую дорогу и с тыла ударить по русским. В русском лагере также готовились к сражению. В районе деревни Семеновская сооружали 3 флеши. Флеш – земляное укрепление для размещения орудий. Состоит из 2 фасов, образующих тупой угол, обращенный вершиной к противнику. Перед флешью выкапывался 2-метровый ров. Высота укрепления достигала 2 метров. Ранним утром Кутузов и Бениксон в сопровождении генералов еще раз объехали войска.
Кутузов передвигался на дрожках, и на те позиции, куда было не проехать, главнокомандующий так и не попал. Бенниксон же верхом объехал все расположение армий. Третьему корпусу Тучкова было приказано выйти из засады, в которой он находился по распоряжению Кутузова, и приблизиться ко второй русской армии. Кроме того, вечером 25 августа по инициативе Багратиона и Раевского на курганной высоте стали сооружать батарею на 18 орудий. К земляным работам привлекли более 12 тысяч ратников из ополчения. Вечером, накануне битвы, во французском лагере царило приподнятое настроение. Для поддержания боевого духа войск Наполеон выставил перед своей палаткой на обозрение доставленный ему портрет сына, Франсуа Жозефа Шарля. А в русском лагере солдаты и ополченцы строили укрепления, чистили коней и оружие, подносили боеприпасы. Чтобы укрепить и ободрить воинов, по лагерю носили образ Смоленской Божьей Матери. Предчувствие великой битвы за Россию охватило всю русскую армию. Нижние чины отказывались от положенной им ежедневной чарки водки. Солдаты надевали чистые рубахи, готовые идти в свой последний бой. Все воины, от генерала до рядового, понимали, что предстоящее сражение решит судьбу Москвы и всей России. На Бородинское поле опускалась ночь.
26 августа 1812 года. 124 километр к западу от Москвы. Поле у деревни Бородино. Две огромные армии вели последние приготовления к одному из самых кровопролитных сражений эпохи. Четверть миллиона человек. Более тысячи орудий. Здесь, у Бородина, решалась судьба всей военной кампании. Судьба Москвы. Судьба всей России. Только забрезжил рассвет, во французском и русском лагерях ударили барабаны и зазвучали трубы. Около половины шестого утра более 100 французских орудий начали артиллерийский обстрел позиций левого фланга русских, где находились флеши Багратиона. А первые отвлекающие атаки Наполеон провел на правом фланге. Правый фланг русских позиций у Бородина защищала 1-я армия Барклая де Толли, 76 тысяч человек и 480 орудий. От противника ее отделяла река Колыч. Войска Барклая прикрывали московское направление и при необходимости могли наносить удары по флангу и в тылу французских войск. На левом фланге на открытой местности позиции занимала 2-я армия Багратиона, 34 тысячи человек и 156 орудий. После потери Шевардинского редута у подразделений Багратиона остались только 3 недостроенные флеши. Поэтому в центре было построено укрепление, отданное батарее генерала Раевского. Наполеон, зная о слабой позиции левого фланга русских, решил главный удар нанести именно здесь. Он предполагал отвлечь внимание русских захватом деревни Бородино, а основными силами ударить в центре, прорвав оборону Кутузова, выйти в тыл, оттеснить его армию к Москве-реке и уничтожить. К отвлекающим действиям Наполеон привлекал не более 20 тысяч солдат. Основная же масса войск, а это 115 тысяч, атаковали позиции Багратиона. Общая численность французской армии составила 135 тысяч человек и 587 орудий. Кутузов имел в своем распоряжении около 150 тысяч солдат, включая, по разным оценкам, до 10 тысяч казаков и до 20 тысяч человек ополчения. Вооруженные в основном пиками ополченцы участие в битве практически не принимали. Пресвятая Богородица, спаси нас! В районе деревни Семеновская французы нанесли основной удар, полагая, что численное превосходство позволит им без труда прорвать русскую оборону. На семеновские флеши надвигались корпуса маршала Вдову, Нея, Мюрата и генерала Жюно. Французов встретили таким плотным огнем, что они, теряя десятки убитых и раненых, начали отступать. Прошло и полчаса, как началась вторая атака. Маршал Даву прискакал к своим солдатам и занял место в строю рядом с ними. Отправьте к главнокомандующему за подкреплением. Передайте Раевскому передвинуть к флешам всю вторую линию войск 7-го пехотного корпуса. Генералу Тучкову направить сюда дивизию Коновницына. Во главе с маршалом пехотинцы ворвались на одну из флешей и завязали ожесточенный бой. Генералы Дессе и Компана, практически все бригадные генералы, получили ранения. Конь под Даву был убит, а сам маршал контужен.
Однако, несмотря на потери, французам удалось овладеть укреплением. На помощь защитникам Флешей пришла дивизия Неверовского. Его солдаты штыками выбили французов с позиций. Оружейная и пушечная стрельба не умолкали. Началась третья атака. Кутузов уже направил Багратиону подкрепление, но чтобы добраться до места боя, им требовалось около часа. 30 тысяч французов штурмовали Флеши, которые защищали 16 тысяч русских. В бой вступили три кавалерийских корпуса «Мюрата». Численность французской артиллерии составляла 160 орудий. Две Флеши были захвачены, но затем снова отбиты русскими. Багратион подтянул к Флешам снятые резервы, которые контратаковали французов. Сам «Мюрат» едва избежал плена. Всю тяжесть мощного удара французов приняли на себя гренадеры генерала Воронцова. Отважные воины почти все погибли на бранном поле. Сам Воронцов был ранен в штыковом бою. Тяжелое ранение получил и командир пехотной дивизии генерал Неверовский. Для поддержки своей пехоты Наполеон бросил кавалерию, которая отбила Флеши. Анри, пушка! Быстрее! Быстрее! Подоспевшая дивизия Коновницына сходу бросилась в бой. Дьявол! Все к черту! Назад! С обеих сторон русские пехотинцы, гренадеры и кирасиры атаковали врага. Колонны Ревельского и Муромского полков возглавлял 34-летний генерал Александр Тучков, младший брат Николая, Павла и Сергея Тучковых. Генерала Тучкова не смогли вынести с поля боя. Его не нашли, так как место гибели воина буквально перепахали ядра. По окончании войны на этом месте вдова генерала Тучкова, Маргарита Михайловна, на собственные деньги построила церковь Спаса Нерукотворного и организовала женскую общину, позже преобразованную в Спасо-Бородинский женский монастырь. Долгие годы под именем Мария, вдова Тучкова, была его игуменей. Шел шестой час битвы. Из воспоминаний очевидцев. Вся местность перед Флешами была завалена телами французов, а позади Флешей – телами русских. Солдаты ходили по крови, которую земля отказывалась поглощать. На небольшом участке шириной менее километра Наполеон сосредоточил уже около 45 тысяч солдат при поддержке 400 орудий. Этой разрушительной массе противостоял Багратион с силами в 20 тысяч человек и 300 пушками. Теперь все. Играйте атаку! Слушаюсь! Играйте атаку! Атаку! Багратионовы флеши выдержали более 6 часов непрерывного штурма. Генералы, полковники, офицеры и нижние чины бились штыками, прикладами, банниками, камнями и всем, что попадалось под руку. Войска побеждают французов. Резервы были уже на подходе. И тут осколок гранаты пропорол Багратиону ногу. Князь ранен!
Скажите генералу Барклаю, что участь и спасение армии зависят от него. До сих пор все идет хорошо, но пусть он следит за моей армией. Передайте Барклаю, передайте спасибо и виноват. Виноват. Князь Петр Иванович Багратион скончался 12 сентября 1812 года в селе Сима Владимирской губернии, где и был похоронен. В 1839 году его прах перенесен на Бородинское поле. Отбивая яростные атаки противника, русские ряды, потеряв командиров, отступили за Семеновский овраг. Флеши достались французам, но такой дорогой ценой, что сил преследовать остатки русских полков уже не было. Вскоре прибыл генерал Дохтуров, назначенный командующим 2-й армией. Он организовал новую линию обороны, на гребне оврага установив артиллерию, которая сразу вступила в действие. Наполеон приказал стянуть к Семеновскому ручью все имеющиеся в наличии легкие орудия. Лавина огня обрушилась на подошедшие резервы из лейб-гвардии Измайловского и Литовского полков. Под страшным огнем русских батарей в бой вступили кирасиры Латур-Мабура и Нансути. Кирасиры – тяжелая кавалерия. Для защиты от холодного оружия носили шлем и кирасу. Доспех из двух металлических пластин на груди и спине, соединенных между собой застежками. Вооружались палашом – холодным оружием с длинным клинком весом до 2 кг. Это оружие, позволявшее одним ударом разрубить врага, требовало от кирасира особой силы и выносливости. «Железные люди», как называл их Наполеон, без труда сокрушали легкую кавалерию и бесстрашно атаковали сомкнутые каре пехоты. Французская конница перешла ручей и вскоре столкнулась с полками русских кирасир. Поддержанные пехотой и кавалерией, они попытались окружить французов. Тем пришлось отступить. Еще в начале дня, когда защитники флешей отбивали третью атаку, Наполеон направил корпус Багарне на штурм курганной высоты. Здесь расположилась русская батарея генерала Раевского. На бруствере успели разместить лишь 18 орудий, а перед ним вырыли ряд замаскированных волчьих ям с вбитыми на дне колями. Багарне долго обстреливал высоту из орудий. Когда ему показалось, что батарея русских разбита, он бросил в атаку пехоту. Но ямы-ловушки, русские стрелки, укрывшиеся в зарослях, и летящие ядра заставили французов отступить. Артиллерийская канонада не прекращалась ни на минуту. Все склоны и подходы к опорному пункту были усеяны телами. На батарее заканчивались заряды, и скоро все орудия замолчали. Бригада генерала Банами перешла через ров и ворвалась на батарею. Началась рукопашная. В этот критический момент у батареи оказался начальник штаба 1-й армии генерал Ермолов. Увидев возникшую угрозу захвата высоты, он повел в атаку 3 егерских полка и батальон пехоты. Ермолов с георгиевскими крестами в руке, увлекая за собой, ринулся на батарею. Множество солдат стремились за ними и храбро шли на неприятеля. Ермолов Алексей Петрович, генерал от инфантерии. В Бородинском сражении начальник штаба Барклая де Толли. Участник заграничного похода и сражений при Люцине, Кульме, Лейпциге. С 1816 года главнокомандующий русскими войсками в Грузии и посол в Персии. Человек с достоинством, но ложный и интриган. Так характеризовал его Барклай де Толли. Денис Давыдов называл Ермолова ангелом-хранителем русских войск. От
Атаку Ермолова поддержали солдаты двух пехотных дивизий и несколько драгунских полков, которые слева и справа обошли курганную высоту. Французы оказались в окружении. Отбив батарею, русские устремились с отступающими полками. Успех был полный, а весть о пленении французского генерала, которого приняли за маршала Мюрата, облетела всю армию, укрепив ее боевой дух. Багарне бросил всю пехоту к батарее Раевского. Завязался огневой и рукопашный бой. Раненый картечью Ермолов передал командование генералу Лихачеву, а Багарне у Наполеона просил подкреплений. Курганную высоту требовалось срочно укрепить резервами. Кутузов, чтобы выиграть время и помочь Багратиону, приказал казакам атамана Платова и кавалеристам Уварова зайти в тыл французов и нанести неожиданный удар. Атака русской конницы была столь внезапной, что вызвала панику в ставке Наполеона. Император немедленно приостановил натиск на батарею Раевского и повернул дивизии в обратную сторону. Ожидая общее наступление русских, он ничего не предпринимал до 3 часов дня. Психологический эффект рейда был огромен. Русская армия использовала передышку для укрепления своих позиций. Пришла помощь и к Багарне. Полки Нея, кавалерия Мюрата и молодая гвардия. Наполеон приказал маршалам совместными усилиями взять курганную высоту. После артиллерийского обстрела на батарею Раевского понеслись кирасиры и уланы Мюрата. Основная тактическая единица кавалерии – эскадрон. Его численность – около 100 всадников. Перед началом атаки эскадрон выстраивался в 2 шеренги длиной 35-40 метров каждая. Всадники сидели колено к колену. Вслед за первым эскадроном выстраивались остальные. Эскадрон в строю шел рысью. Атакуя кавалерию, на расстоянии заключительных 90-100 метров лошадей поднимали в галоп. Чтобы быстрее преодолеть зону поражения огнем артиллерии или вражеской пехоты, применяли эту же тактику. Лошади, навьюченные походным скарбом, быстро уставали. За время одного боя заставить коня пойти галопом больше 2-3 раз не получалось. Атакуя, мчавшийся во весь опор всадник держал клинок над головой острием вперед, так как устав предписывал колоть, а не рубить. Подпустив кавалерию на 60 шагов, русская пехота открыла огонь. Кирасирские латы не спасали от пуль. Всадникам пришлось отступить к своей пехоте, которая плотными рядами подступала к курганной высоте. Приведя в порядок расстроенные полки, кирасиры прорвались сквозь стену русской пехоты, обошли курганную высоту и ворвались на батарею. Следом бросилась французская пехота. Несколько батальонов Лихачева оказались в окружении. На курганной высоте завязалась отчаянная драка, кровавая и беспощадная. Умру охотно! Для пользы Отечества! Лихачев повел солдат в штыковой бой. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Рукопашный штыковой бой – самый страшный эпизод боевого столкновения. Шансов выжить в нем меньше, чем при обстреле. Трехгранные широкими лезвиями штыки наносили чудовищные раны, калеча людей. Командиры старались решить исход боя артиллерийским или ружейным огнем, наступлением плотным строем. Обычно это заставляло противника отступить. Но стороны, полные решимости довести дело до победы, бросались в рукопашную. Бородинская битва по числу рукопашных боев занимает одно из первых мест среди войн своего времени. Так, в бою за батарею Раевского от 30-го французского линейного полка из 4100 человек в живых осталось около 300. Из общей свалки французским офицерам удалось вытащить залитого кровью генерала Лихачева, который бросился на противника со шпагой в руках и был исколот штыками. Его и 15 выживших солдат доставили Наполеону. Я слишком почитаю, сударь, отвагу, потерпевшую неудачу, чтобы лишить себя удовольствия возвратить вам оружие храбреца.
Плен лишил меня шпаги, дарованной мне государем моим и отданной мною недобровольно. От него лишь я могу принять ее обратно. Лихачев Петр Гаврилович, генерал-майор, на военной службе с 14 лет. Командуя егерским полком на Кавказе, проявил самостоятельность в обучении и боевой подготовке своих подчиненных. Во время Бородинской битвы командовал 24-й пехотной дивизией. Из плена освобожден в декабре 1812-го. Скончался от последствий ранений в родовом поместье. Курганная высота осталась за французами. Но развить успех они не смогли. Сказывались неиссякаемые упорства русских, огромные потери и физическая усталость войск. Анри, рана у тебя, смотрю, кровоточит. К лекарю нужно тебе. Для прикрытия старой смоленской дороги Кутузов направил 3-й пехотный корпус генерала Николая Тучкова, старшего из братьев Тучковых. Ему был придан казачий отряд и 15 тысяч ратников московского и смоленского ополчения. Корпус защищал деревню Утицу. В случае необходимости Тучков должен был отойти к небольшой возвышенности – Утицкому кургану. Ополчение из крепостных крестьян, мещан, горожан вооружили пиками и топорами. Другого оружия не было. Из воспоминаний французского офицера. Вдруг высокий лес ожил и завыл бурей. 7000 бород высыпало из засады. Со страшным криком, с самодельными пиками, с домашними топорами они кидаются на неприятеля и рубят людей, как дрова. Кто там на кургане? Наши, ваше превосходительство. Наши. Спасибо. Через 3 недели в Ярославле Николай Алексеевич Тучков умер. Командование войсками левого фланга принял генерал Боговуд. По окончании сражения Наполеон начал стягивать войска назад. В русской армии все были готовы сражаться дальше. Криками «Ура!» встретили известие об атаке французов на следующий день. Бои разгорались и стихали. Борьба за жизнь продолжалась на перевязочных пунктах, подвижных и стационарных госпиталях, куда привозили все новых и новых раненых. На медицинских пунктах работали, как правило, опытные врачи и фельдшеры. Использовали бинты, корпию, спирт, хину, настои, мази, примочки, разного рода бандажи, пластыри, хирургические инструменты, шелк и многое другое. Прежде всего, судьба раненого зависела от первой медицинской помощи, быстрой и грамотной перевязки вовремя проведенной операции. Огнестрельную рану расширяли и очищали от грязи, костей и пороха. Как говорили, до красного мяса и чистой крови. Врач старался сохранить поврежденную конечность. С заражением крови боролись ампутацией, которую в полевых условиях делали с помощью ножовки. Анестезией служили спирт или водка. Доминик Жан Ларей, главный хирург французской армии, отстаивал раннюю ампутацию конечностей. При Бородине лично провел 200 ампутаций. Раненых на подводах из Бородина доставляли в Москву, где к концу августа 1812 года в госпиталях скопилось до 30 тысяч раненых и больных. По мнению некоторых историков, это число превышало 40 тысяч человек.
В связи с оставлением Москвы раненых эвакуировали в Касимов, Елатьму, Меленки, Рязань и другие селения. Однако большая часть осталась в городе. Одно из самых кровопролитных сражений первой половины XIX века, Бородинское, после 12 часов непрерывного боя закончилось там, где и началось. Потери Наполеона историки оценивают в 35-50 тысяч человек. Среди погибших 49 генералов. Сражение стало могилой для французской кавалерии. Потери 60%. По разным оценкам, русская армия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести от 38 до 45 тысяч человек, включая 23 генералов. Получив более полные сведения об убитых и раненых, Кутузов свое решение о сражении отменил. Ближе к полуночи войска были разделены на 4 колонны и получили приказ отступать. Сражение нанесло ощутимый урон и французской армии. В распоряжении Наполеона осталось не более 80 тысяч солдат. Император полагал, что на следующий день Кутузов поведет свою армию на решающее сражение. В победе он не сомневался и был почти уверен, что именно в Москве к нему явятся представители Александра I с просьбой о мире. Но Кутузов действовал иначе. Армия отходила к Можайску. Наполеон узнал об этом лишь в 10 часов утра. Но кто же победил в Бородинской битве? Кутузов в реляции императору Александру I писал: «Кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли». Но французы считали себя победителями, хотя решить главную задачу – разгромить армию Кутузова – Наполеон не сумел. Из воспоминаний Наполеона. «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Из 50 сражений мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех». Не доходя несколько верст до Москвы, Кутузов отдал распоряжение генералу Бенниксону подыскать удобное место для нового сражения. «Коли завтра сражение, то дырку от бублика ему, а не Москву!» «Кабы так. Вон народу сколько побили. От второй гренадерской, почитай, роты не осталось. А там свояк мой, слышно, убит. Выбрали урочище Фили в нескольких километрах от Воробьевых гор. Позиция была слабой, но армия была готова сражаться в любом месте, лишь бы не пустить врага в Москву. Кутузов приказал строить батарею на Поклонной горе, показывая, что намерен дать сражение. Однако, по словам генерала Ермолова, хитрый старик не собирался здесь сражаться и искал лишь благовидный предлог для дальнейшего отступления. 1 сентября 1812 года в 4 верстах от Дорогомиловской заставы на краю деревни Фили в доме крестьянина Фролова Кутузов собрал военный совет. Присутствовали военный министр Барклай де Толли, начальник главного штаба Бенниксон, командующий 2-й армией Дохтуров, генерал-квартирмейстер Толь, начальник штаба 1-й армии Ермолов, генералы Уваров, Остерман Толстой, Коновницын, Раевский. Все, что происходило в этой избе, до сих пор остается предметом дискуссии историков. Кутузов запретил вести протокол совета. О нем известно лишь со слов непосредственных участников. На главный вопрос, что делать, сражаться или оставить Москву и отступить, Кутузов предложил высказаться всем генералам.
Присаживайтесь, господа. Бенниксон и Ермолов предлагали сражаться. За оставление Москвы высказались Барклай де Толли, Остерман Толстой и Толь. Каково было решение Уварова, Коновницына и Духтурова, достоверно неизвестно. Последним высказался Раевский. Россия не в Москве, а среди сынов ее. Более всего надо беречь войско. Мое мнение – оставить Москву без сражения. По воспоминаниям Бенниксона, 6 генералов были преисполнены желания драться, а 4, включая Кутузова, были против. В мемуарах Ермолова картина выглядит с точностью до наоборот. Я приказываю отступать волей, данной мне государем и отечеством. За ночь слышали, как главнокомандующий плачет у себя в комнате. Решение Совета стало известно в войсках. Уныние было повсеместным. Но в 10 часов вечера 1 сентября армия оставила Фили и двинулась к Москве. На рассвете первые эшелоны русской армии вступили в город. Мосты и улицы были забиты повозками беженцев, раненых и обозами. Солдаты шли угрюмо, не разговаривая, глядя в землю. Многие плакали. Кутузов отдал приказ генералу Милорадовичу, командовавшему арьергардом, задержать неприятеля, пока войска не пройдут через Москву. Маршал Мюрат стремился отрезать арьергард Милорадовича от города и окружить его. Тогда Милорадович отправил маршалу письмо. «Если вы начнете бой, то русские пойдут защищать каждую улицу и каждый дом и в конечном итоге подожгут Москву». Милорадович Михаил Андреевич, генерал от инфантерии, возглавлял арьергард, а при наступлении авангард русской армии. За бесстрашие пользовался безграничным авторитетом среди солдат. С 1818 года генерал-губернатор Санкт-Петербурга. В 1825 году в день мятежа на Сенатской площади обратился к восставшим и практически уговорил солдат уйти в казармы. Избежав ранений в 50 сражениях, 14 декабря генерал получил смертельный выстрел в спину от отставного поручика Каховского. Мюрат согласился подождать, пока последний русский солдат не оставит столицу. Эта благородная уступчивость объяснялась и весьма плачевным состоянием его кавалерии. Благодаря договоренности Милорадовича с Мюратом, русская армия и большая часть жителей смогли покинуть город. К вечеру 2 сентября Москва практически опустела. Наполеон с армией подошел к Москве. Венеция и Милан.
Александрия и Лиссабон. Вена, Берлин и Рим покорились императору Франции. Но ни одна столица не имела для него такого огромного, почти мистического значения, как Москва. Здесь он надеялся получить от российского императора послание с просьбой о мире. Здесь его армия должна была обрести теплые квартиры, провиант и фураж. Французские солдаты входили в Москву. Позади бесконечные марши в жару без капли воды, ночевки впроголодь под проливным дождем. Позади огонь, кровь и тысячи убитых. Впереди мир, обещанный императором. Они верили, что уже победили русскую армию, страну и ее народ. Вид древней русской столицы с Поклонной горы восхитил императора, ждавшего депутацию бояр с ключами от города. Время шло. Никого не было. Наполеон терял терпение. Ему доложили, что в городе нет не только властей, но и подавляющего большинства жителей. В тот же вечер Наполеону стали приходить тревожные донесения. В Москве начались пожары. Решив, что это происходит по вине солдат-мародеров, Наполеон вызвал к себе маршала Мартье, назначенного губернатором Москвы. Он потребовал восстановить дисциплину в частях и прекратить грабежи. Вы отвечаете мне за это головой. Пожар полыхал в заряде. Затем загорелся Китай-город. Вскоре огонь захватил еще два района. Тушить пламя было нечем, да и солдаты, грабившие лавки, не очень-то хотели бороться с огнем. С трудом удалось затушить торговые ряды. На следующий день Наполеон въехал в Москву, над которой висели клубы дыма. Итак, наконец, я в Москве. В древнем дворце царей. В Кремле. Вечером пожары возобновились. Огонь перекинулся на большую часть города. От зарева было светло, как днем, а сильный ветер гнал огонь в центр Москвы. К ночи огонь вплотную приблизился к Кремлю. Гвардейцам едва удалось погасить арсенал, где оставались запасы пороха и зарядов. Но когда загорелась одна из кремлевских башен, маршалы обратились к Наполеону с просьбой покинуть Кремль. Это они сами поджигают. Что за люди? Это скифы. Какая решимость. Варвары. Какое страшное зрелище. Наполеон медлил. Войти в Кремль победителем и бежать, не проведя в нем суток. Это превосходит все возможное. Сжигать собственные города. Какая свирепая решимость. Какой народ. Какой народ. Огонь усиливался. От дыма уже трудно было дышать. Сир. Наполеон и его свита с большим трудом пробрались вдоль Москвы реки в Петровское. Загородный дворец русских императоров на три дня стал ставкой Наполеона. Москва продолжала пылать. О причинах пожаров в Москве историки спорят до сих пор. Наполеон в письме к Александру I в гибели прекрасного и великого города обвинил губернатора графа Растопчина. Задержанные французами поджигатели заявили, что выполняли его приказ. Сам Растопчин после войны то подтверждал, то опровергал свою причастность к пожару.
Существуют и другие версии. Это и поджог русскими лазутчиками, и неконтролируемые действия французов, и случайность, неизбежная в общем хаосе войны. По некоторым оценкам, пожар уничтожил 6500 домов из более чем 9000. 122 храма из 329. Более 8000 складов и лавок. Сгорели университет, библиотека Бутурлина, Петровский и Арбатский театры. В огне погибли до 2000 раненых российских солдат. Пока бушевал пожар, Москву разграбили и разгромили дочисто. 7 сентября, вернувшись в город, Наполеон нашел там выжженные улицы, разгромленные лавки и пьяных солдат. Увиденное тревожило императора. Сожженный город – плохое место для зимовки целой армии с пошатнувшейся дисциплиной. Наполеон был по-прежнему энергичен и деятелен. Из Москвы он продолжал управлять своей империей. Подписывал декреты, назначения и награды, указы. Среди них и статус театра комедии «Францесс», действующий поныне. Время шло. Александр I молчал. Для Наполеона подписание мира любой ценой стало делом чести. Император отправил 2 письма в Санкт-Петербург. Но ответа не было. Оставалась и боеспособная русская армия, о местоположении которой Наполеон ничего не знал. Покинув Москву, русские войска вышли на Рязанскую дорогу, но затем вдруг круто свернули на старую Калужскую дорогу. Барклай де Толли, не согласный с этим решением, уехал в Санкт-Петербург. Вся полнота власти окончательно перешла в руки Кутузова и Бениксена. Движение армии на юг тщательно скрывалось от французов. Казачьи части и корпус Раевского, увлекая отряды Мюрата, продолжили отход на Рязань и растворились в лесах. Как только Мюрат выдвигался вперед, к нему из русского отряда выезжал казачий русский офицер и на изысканном французском языке интересовался, до какого пункта вице-король итальянский намерен продвинуться. Лишь 14 сентября Мюрат обнаружил русскую армию, расположившуюся у деревни Тарутино. 85 тысяч человек заняли выгодную позицию, надежно прикрывая южные губернии, откуда поступали рекруты, продукты питания, лошади и боеприпасы. Мюрат рядом возвел собственный укрепленный лагерь. После этого установилось негласное перемирие. Офицеры враждующих армий съезжались на нейтральной территории, общались, шутили и даже устраивали совместные пикники. Не отставали и генералы. Более всего в Британии преуспели два главных храбреца обеих армий – Мюрат и Милорадович. Из воспоминаний Ермолова. Генерал Милорадович не один раз имел свидание с Мюратом. Мюрат являлся то одетый по-гешпански, то в вымышленном приглупом наряде с собольей шапкою в глазетовых панталонах. Милорадович на казачьей лошади с плетью, с тремя шалями ярких цветов. Третьего подобного не было в армиях. Между офицерами установились столь дружеские отношения, что Мюрат был убежден, русская армия воевать с французами больше не будет. Он так и докладывал об этом императору. И Наполеон ждал мирных предложений от Александра.
Александр I долгое время находился в неведении о делах армии. Лишь через 9 дней после Бородинского сражения и через 2 дня после вступления неприятеля в столицу Кутузов известил об этом царя. «Осмеливаюсь всеподданнейше донести вам, всемилостивейший государь, что вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России». Кутузов объяснял оставление Москвы ослаблением армии после Бородина и отправил в Петербург полковника Мишо с устным докладом. В царской семье, при дворе, в дворянстве и купечестве царила растерянность. Кто-то паковал вещи. Не пойдет ли Наполеон из Москвы на Петербург? Некоторые высказывались за подписание мира. Однако большая часть русского общества была непримиримой. Сестра царя Екатерина Павловна заклинала брата не заключать мир. «Я скорее предпочту перестать быть тем, чем я являюсь, но не вступать в сделку с чудовищем, которое составляет несчастье всего света». Тем временем в тылу и на флангах наполеоновской армии появились партизанские отряды, развернувшие настоящую охоту на оккупантов. Первый приказ о создании партизанского отряда Багратион отдал за 5 дней до Бородинского сражения. Организовать подобный отряд предложил генералу его бывший адъютант, подполковник Ахтырского гусарского полка Денис Давыдов. Деревня Бородино была имением его отца. За 5 дней до битвы, когда его родной дом разбирали для постройки укреплений, Давыдов прибыл к Багратиону с предложением о создании летучего отряда. «Давыдов Денис Васильевич, генерал-лейтенант, писатель и поэт, двоюродный брат генерала Ермолова, участник войн с Францией, Швецией и Турцией. Его первый партизанский отряд состоял из 50 гусар и 80 казаков. Участник заграничного похода 1813-15 годов. С передовым отрядом без приказа занял Дрезден, за что был посажен под домашний арест. О храбрости Давыдова ходили легенды по всей Европе. Жители городов, куда входили русские войска, на улицах расспрашивали о Давыдове, желая его увидеть». В одной из вылазок небольшой отряд Давыдова отбил 200 русских пленных, захватил фуру с патронами, 9 фур с провиантом и взял в плен 370 французов. Наполеон ненавидел Давыдова и приказал в случае ареста расстрелять его на месте. Для его поимки выделили отряд в 2000 всадников. Давыдов, у которого было в 2 раза меньше людей, сумел загнать этот отряд в ловушку и взять в плен. 9 ноября под Ляховым Давыдов вместе с другими партизанами пленил 2000-й отряд генерала Ажеро. У города Копысь уничтожил французское кавалерийское депо, рассеял неприятельский отряд под Белынычами и, дойдя до Немана, занял Гродно. Вскоре после ухода русской армии из Москвы были сформированы еще несколько партизанских отрядов. Капитана Сеславина, капитана Фигнера, полковника Кудашева и других офицеров. В тылу у французов вспыхнула настоящая народная война. Кутузов и Бенниксен предприняли все меры, чтобы лишить французов любой возможности продвигаться вглубь России. Владимирское ополчение заняло дорогу от Москвы до Покровска. Рязанское стало по реке Оке. Тульское загородило путь на Серпухов. Калужская контролировала направление на Юхнов, Вязьму и Брянск. Сожженная Москва. Вот все, что досталось Наполеону в России.
истерзанной пожарами и грабежами Москве Наполеон ждал ответа от Александра I. Трижды французский император предлагал заключить мир, но русский царь молчал. Непобежденная русская армия стояла в Тарутине. Партизаны громили французские обозы и отряды в тылу. Сожженный город. Вот все, что досталось Наполеону в России. Пожары закончились. Колокола московских церквей молчали. На улице выходить боялись. Убийства, грабежи и мародерства не прекращались. Дисциплина в наполеоновской армии катастрофически падала. Улизнуть за добычей могли даже из караула. Особенно отличались солдаты-итальянцы, пруссаки, поляки и вестфальцы, которых крестьяне именовали «беспальцами». Хлеба не было, а пьянство захлестнуло некогда великую армию. Император понимал, что оставаться зимовать в выжженном городе с армией, которую интересовала только добыча, немыслимо. Он предложил сжечь в Москве то, что еще осталось, и идти на Петербург. Но маршалы возражали. Отправиться в преддверии зимы на север с уменьшившейся армией, имея за спиной войска Кутузова, было бы безумием. Будучи в Москве, в Кремле, Наполеон не чувствовал себя победителем. Русский император по-прежнему молчал. Оставался Кутузов. Почетную миссию отправиться в ставку русского главнокомандующего получил генерал Ларистон. Мне нужен мир. Он мне нужен абсолютно, во что бы то ни стало. Спасите только честь. Видать, в Москве холодно. Гляди, греться приехали. И пардону просить. Самойлов, мать твою! Давай неси быстрее! Замерзну ведь! Да иду, ваше благородие, иду! Ну, а что у нас пожрать есть? Je ne suis pas autorisé émaner toutes les... Я не уполномочен вести никаких переговоров о мире. Кутузов оказался в сложной ситуации. Многие из его окружения не одобряли встречи с посланником Наполеона. А Ларистон жаловался на варварские поступки крестьян с французами. Мой дорогой граф, что поделать? Le peuple russe croit les français comme les tartars. Русский народ смотрит на французов как на татар, вторгшихся под начальством Чингисхана. Некоторая разница все же есть. Русский народ никакой разницы не усматривает. Ларистону во что бы то ни стало требовалось добиться встречи с Александром I в Петербурге. Но короткая беседа с Кутузовым закончилась ничем. Главнокомандующий лишь пообещал передать все предложения о мире своему императору. Через 15 дней Кутузов принимал нового посланника с письмом от маршала Бертье. Он предлагал русскому фельдмаршалу прекратить партизанскую войну. Из ответа Кутузова маршалу Бертье: «Трудно остановить народ,
который уже 300 лет не знал войны внутри государства и который готов пожертвовать собой за Отечество и не делает различий между тем, что принято и что не принято в обыкновенных войнах. Хозяин всего европейского континента, Божьей милостью самодержавный император французов, король Италии и прочее здесь, в Москве, должен был ответить на простой вопрос – что делать? Главная армия Наполеона глубоко врезалась в Россию, подобно клину. Его гарнизоны вдоль Смоленской дороги охраняли коммуникационную линию и тыл. Правый фланг стоял у границ Белоруссии, а левый – на севере у Полоцка. Император принял решение – оставить Москву, отступить к Смоленску, где заготавливался провиант для армии, и там зазимовать. Уход из Москвы запланировали на 8 октября, после парада армии на Красной площади. В месте расположения русской армии, у Тарутино, царило затишье. В лагерь прибывало пополнение, ополченцы. Подвозились продукты и теплая одежда. Неподалеку, километрах в 8, вдоль реки Чернишни расположился французский авангард под командованием Мюрата, наблюдавший за русской армией. Начальник главного штаба Кутузова генерал Бенниксон решил воспользоваться беспечностью противника на левом фланге. Казаки донесли, что тыл французов у леса не охраняется, и в непосредственной близости у Мюрата нет резервов. Бенниксон составил план нападения. Кутузов противился, но уступил. Выделив Бенниксону треть войск, он назначил наступление на 5 октября. Но прибыв накануне в войска, главнокомандующий обнаружил, что о его приказе в частях не знают, и армия к походу совершенно не готова. Кутузов был в гневе. Он отменил наступление. Я же вас предупреждал! Что, дождались? Безобразие! Ну что уставились? По коням, быстро! Однако генералы уговорили его перенести начало операции на 6 октября. По тылам частей Мюрата предстояло ударить казакам Орлова-Денисова. С фронта наступал 2-й пехотный корпус Боговута, а на левом фланге – 3-й и 4-й пехотные корпуса. Ночной лес и медлительность командиров помешали русским войскам вовремя занять позицию. Назначенное задание в полном объеме выполнила только колонна Орлова-Денисова. Не дожидаясь остальных, он решил атаковать. Появление казаков оказалось для Мюрата полной неожиданностью. Побросав обозы и артиллерию, французы отступили. К появлению из леса войск Боговута французские батареи уже были готовы. Понимая, что время упущено, генерал повел егерей в атаку. Боговут Карл Федорович, генерал-лейтенант, ближайший помощник Багратиона, участник русско-турецкой войны, за храбрость, проявленную под Пултуском, награжден орденом Святого Георгия 3-го класса. Участник сражений при Прейсиш-Эйлау, Фридланде, Або. Герой войны со шведами. В войне 12-го года командовал 2-м пехотным корпусом. Погиб в бою на реке Чернишне. Гибель Боговута внесла смятение в ряды атакующих. Возникла неразбериха с командованием. Возникшая реальная возможность разгрома левого фланга Мюрата не реализовалась. Казаки, обнаружив богатые обозы, принялись их грабить, забыв о противнике. Мюрат бросился в ряды своих солдат и личным мужеством остановил их отступление. Повел в бой. В других местах факт внезапности также был упущен. Бенниксон попросил Кутузова бросить в атаку все войска, но главнокомандующий отказал. Мюрат отступил к Спас-Купле, укрепил батареи и открыл огонь, остановив русское наступление. Русские вернулись в лагерь. Трофеи – 36 пушек и 1500 пленных.
На поле боя остались более 1000 человек. Основные силы Мюрата не были разгромлены, но потери составили около 15% в живой силе и 1/3 артиллерии. Это сражение окончательно испортило отношения между Кутузовым и Бениксоном, который в письме к Александру I обвинил фельдмаршала в бездействии. Приказом царя главнокомандующего наградили золотой шпагой с алмазами и лавровым венком, а Бениксон получил 100 000 рублей. Император переслал Кутузову донос Бениксона, для которого это стало неожиданностью. Заходи, голубчик. Шпага. Что, граф прибыл? Так точно. Проси. Проходите, граф. Вот вам и шпага, и 100 000. Проходите, проходите. А теперь, голубчик, не сочти за труд, прости вот это, что об нас генерал государю пишет. О поражении Мюрата Наполеон узнал во время смотра войск Великой армии. Император приказал выступать из Москвы 7 октября, на день ранее намеченного. Мы, наконец, разобьем русскую армию, захватим оружейный завод в Туле и все дороги в южные губернии России. Из Москвы наполеоновская армия уходила как большой табор. Солдаты и офицеры обзавелись зимними вещами, тюками тканей и мехами, которым добавились награбленные ценности. Из воспоминаний французского генерала. Можно было подумать, что видишь перед собой какой-то караван, бродячее племя или, скорее, древнюю армию, возвращавшуюся после большого набега с пленниками и добычей. В Москве еще оставалось какое-то продовольствие, но значительную часть провианта пришлось бросить, так как лошадей не хватало. Коней не хватало даже для артиллерии. Повозки были завалены награбленным добром. Не отставал от солдата император. Он вывозил из Кремля серебро, золотые оклады, сорванные с икон, и личные вещи русских царей. Солдаты Наполеона даже спилили крест с колокольни Ивана Великого. Думали, что золотой. Французское командование допустило еще одну серьезную ошибку. Все лошади в армии имели подковы без шипов. Понимая, что впереди русская зима, Калинкур предложил срочно перековать лошадей, но Наполеон его высмеял. Французская армия, около 110 000 человек, вышла из Москвы. Вслед за армией утром город покинул Наполеон. В городе тут же раздались взрывы. Саперы по приказу Наполеона подорвали винный двор. Сгорел Симонов монастырь. А через 2 дня прогремели взрывы в Кремле. На воздух взлетели здания арсенала и часть стены. Тряслась земля. Рушились башни и стены построек в Кремле и в городе. Вспыхнул пожар в Горновитой палате и в соборах. К счастью, вдруг пошел дождь. Он намочил фитили, и заложенные заряды не взорвались, сохранив для потомков колокольню Ивана Великого. Взрывы продолжались еще 2 дня. В Китай-городе обрушилось несколько зданий, слышались стоны раненых. Последние отряды маршала Мартье оставили город.
В этот день прапорщик Языков с отрядом казаков отправился на разведку к Москве. Не как в Москве, ваше благородие. А вот это мы сейчас и узнаем. Поехали. Казаки продвигались все дальше в город. Они первыми узнали потрясающую новость. Наполеон ушел из Москвы. В это же время на Калужской дороге самого Наполеона и его гвардию заметили партизаны из отряда Сеславина. Он не поверил своим людям и приказал захватить пленных. Quatre jours se sont écoulés après que l'armée. Уже 4 дня, как армия оставила Москву. Москву. Можно воды? Воды ему. Спасибо. Император с войсками идет к Малоярославцу. Гонца к Дахтурову! Немедля! Генерал Дахтуров тут же сообщил важнейшую информацию Кутузову. Фельдмаршал решил действовать немедленно и крупными силами разбить врага. Дахтуров спешно двинул свой корпус к Фоминскому. Взятые Сеславиным пленные сообщили, что вся армия движется на Малоярославец. Оттуда Наполеон планировал идти на Калугу, захватить ее, забрать запасы, приготовленные для русской армии, а затем повернуть на Калужскую дорогу и по ней идти к Смоленску. Дорога Калуга-Смоленск была более пригодной для передвижения французских войск, чем разоренная ими старая Смоленская. Авангард из корпуса Багарне достиг Малоярославца вечером 11 октября. Малоярославец – маленький городок на речке Луже. Весь город находился на правой стороне реки. И чтобы помешать французам, жители разобрали мост. Но французские саперы быстро восстановили его, и передовая бригада вошла в город. Лишь захватив Малоярославец, французы могли двигаться дальше на Калугу. Ночью к городу прибыл казачий полк атамана Платова. На рассвете два батальона егерей Дахтурова подошли к Малоярославцу. Они буквально валились с ног от усталости, но тут же пошли в бой. Руководство пехотой принял на себя Ермолов. Французы оставили большую часть города, отошли к реке и укрылись за каменными стенами монастыря. Однако подоспевшему подкреплению удалось вытеснить русский полк из Малоярославца. В это время главные силы Дахтурова подошли к городу. Егеря 6-го полка и пехотинцы под звуки рожков и с криками «Ура!» кинулись в атаку и заняли город. Французы вновь укрылись в монастыре. Понимая, что Малоярославец необходимо удержать любой ценой, Ермолов бросал войска в бой прямо с марша. В городе развернули две артиллерийские роты, открывшие огонь по мосту. Вскоре подошла и французская артиллерия. Гром сражения был хорошо слышен и Наполеону, и Кутузову. Император приказал войскам ускорить шаг. Кутузов отправил вперед 7-й пехотный корпус Раевского. К 8 часам утра к Малоярославцу подошли французские резервы. Им почти удалось захватить город. И лишь на его окраине, на старом кладбище, русские смогли закрепиться. Около 11 часов утра в город вступила свежая французская дивизия. К Ермолову подошел Либавский пехотный полк. К полудню город уже четырежды переходил из рук в руки. Малоярославец пылал огромным костром, в котором бились почти 18 тысяч солдат. Каждая прибывающая в город свежая тысяча солдат меняла ход сражения. Подъехавший Наполеон наблюдал за ходом битвы. Из воспоминания французского офицера. Страшная схватка завязывается среди пламени. Большая часть падающих раненых сгорела живьем на месте. И их обезображенные трупы представляют ужасное зрелище.
По разным сведениям, малоярославец от 8 до 12 раз переходил из рук в руки. Битва, которую начали тысячи русских егерей и 600 французских пехотинцев, закончилась сосредоточением под Малоярославцем 70 тысяч солдат Наполеона и 90 тысяч Кутузова. Как и в битве при Бородине, обе воюющие стороны пленных не брали. Сражение прекратилось лишь ночью. Сгоревший город остался за французами, а русские войска окружили его плотным полукольцом, не давая возможности врагу двигаться дальше. Кутузов приказал армии отступить южнее, на подготовленные позиции, чтобы контролировать все дороги, ведущие из города. Под Малоярославцем остался лишь арьергард Милорадовича. Наполеон был озадачен. Обе армии несли огромные потери. Но каждый день французская уменьшалась на сотни больных, отставших или дезертиров. Русской же армии каждый день давал сотни рекрутов и ополченцев. Французский император понимал, что Кутузов пытается постепенно истощить его армию. И эту войну французы уже проигрывают. Этот дьявол Кутузов не получит от меня новой битвы. 15 октября император отдал приказ оставить Малоярославец и вернуться на старую Смоленскую дорогу. Впервые Наполеон отказался от генерального сражения. Впервые за кампанию он повернул свои войска спиной к врагу. Стратегическая инициатива полностью перешла к русским. Вечером того же дня личный врач Наполеона Юван получил от императора приказ изготовить ему яд. Наполеон до конца кампании не расставался с заветным флаконом. Армия французов была вынуждена отступать по той же дороге, по которой шла к Москве. Через разоренные деревни, мимо высохших колодцев и неубранных полей. Ни продовольствия, ни фуража на этом пути найти было невозможно. Непогребенные трупы людей и лошадей вызывали вспышки чумы и холеры. После войны во избежание эпидемий только в Можайском уезде было сожжено более 56 тысяч трупов людей и более 31 тысячи лошадей. В Москве предали огню почти 12 тысяч трупов людей и 12 с половиной тысяч лошадей. Наполеон отступал от Малоярославца на Боровск, Верею, Можайск. Он приказывал забирать у населения все, что могло пригодиться в походе, сжигать за собой города и села. Уходя из Боровска, французы сожгли его до основания. Та же участь постигла Верею. В одном из селений русские солдаты чудом успели открыть двери уже пылающей церкви, где захватчики заперли более 300 русских пленных и местных жителей. Путь французской армии проходил и мимо Бородинского поля. Они шли среди непохороненных мертвецов, исковерканных пушек и ржавеющего оружия. Да здравствует император. Отступающая французская армия жила впроголодь. И с каждым днем ситуация ухудшалась. Голод, а не мороз, стал главным врагом наполеоновской армии. Из записок русского генерала Крейца. Несправедливо французские писатели обвиняют холод причиной гибели армии Наполеона. От Малого Ярославца до Вязьмы время было очень теплое. От Вязьмы до Смоленска – приморозки. Около Ельни выпал первый снег, но очень малый. Когда на дороге появилась первая гололедица, лошади французов заскользили по замерзшей земле. Падая, они ломали ноги. Арман де Калинкур. Лошади падали и оставались лежать на дороге, потому что не были подкованы так, чтобы держаться на льду. Их разрубали на части до того, как они издыхали. Французы начали бросать обозы и пушки. Армия теряла не только награбленное имущество, но и продукты питания, медикаменты и боеприпасы.
Арман де Калинкор. Именно с этого момента начинаются великие бедствия нашего отступления. Император 2-3 раза в день выходил из экипажа и шел пешком, опираясь на чье-нибудь плечо. Дорога была усеяна трупами. Даже на поле битвы нельзя было увидеть таких ужасов. Гвардия с императором ушла на десятки километров вперед. Найденные в деревнях продукты доставались гвардейцам, а идущим следом корпусам не оставалось практически ничего. На переходе от Вязьмы до Смоленска русский генерал Крейц, идя со своим полком, услышал шум в лесу. Въехав в лес, он с ужасом увидел, что французы ели одного из своих умерших товарищей. О случаях людоедства сохранилось много свидетельств очевидцев. Из письма Воейкова поэту Державину. Голод вынудил их не только есть палых лошадей, но многие видели, как они жарили себе в пищу мертвое человеческое мясо своего одноземца. Во французской армии выживали лишь те, кто не оставлял своего подразделения и соблюдал воинскую дисциплину. Разрозненные группы и идущие в одиночку солдаты, даже имеющие некоторый запас продовольствия, были обречены на смерть или плен. Бессмысленный взрыв Кремля, сожженные города и села, грабеж и убийства из-за куска хлеба вызывали страшное ожесточение мирного населения. В партизанской войне не было пощады и гуманного отношения к пленным, как привыкли французы. Отставшие группы французов, провианские отряды и мародеров ловили и кололи вилами. Во многих деревнях создавались крестьянские отряды, защищающие свои селения. Наполеоновские солдаты не могли войти в деревни и добыть хоть немного продовольствия. Несмотря на уязвимость французских войск, Кутузов не спешил их атаковать. Справедливо полагая, что в сложившихся условиях враг обречен на гибель, он берег собственную армию. По старой Смоленской дороге вслед за отступающими французами отправили лишь казаков Платова. Остальные войска шли параллельным путем. Положение русской армии также было тяжелым, но русские солдаты, измученные маршами, могли прокормиться и найти место для ночлега. При этом Кутузов имел возможность пресечь попытки Наполеона повернуть на юг. Уйти же на север, в сторону Санкт-Петербурга, французы не могли. Болота и озера делали эти места в осенне-зимний период почти непроходимыми. Кутузов приказал казакам и партизанам не отставать от противника и чаще тревожить его ночами. Днем, сбившись в кучу, голодные французы брели по дороге, а ночью на их лагеря нападали казаки, гусары, ополченцы и партизаны. Изнуренные, больные и голодные солдаты французской армии сдавались тысячами. Свои последние надежды Наполеон возлагал на Смоленск, рассчитывая найти в городе запасы продовольствия. Здесь император надеялся обогреть и укрепить истощенную армию. Сюда он планировал подвести резервы, чтобы продолжить кампанию. Анри, вставай. Еще немного. К вечеру будем в Смоленске. В последних переходах перед Смоленском начался снегопад, затруднявший движение солдат. Стало значительно холоднее. Участились случаи обмораживания.
Но в Смоленске французов ждало горькое разочарование. Интенданты, в задачу которых входило заготовить все необходимое, не смогли сделать ровным счетом ничего. На складах практически не было ни продовольствия, ни дров. Масса голодных, озлобленных солдат вела себя так, что и речи не могло быть об организованной выдаче продуктов. Лишь гвардия получала все, в чем нуждалась, что вызывало недовольство у остальных. Но гвардия сохраняла дисциплину и исправное оружие, поэтому выступить против них никто не решался. Голодные солдаты наполеоновской армии растаскивали все, что могли найти. За продукты шла настоящая война. Ночью на людей с хлебом нападали и убивали. Расстрелы не помогали восстановить дисциплину. Тех, кто ежедневно находился на грани смерти от голода и истощения, испугать казнью было трудно. 2 ноября армия покинула Смоленск и направилась к реке Неман. В это время части Милорадовича и Платова обошли город и у местечка Красного перерезали Смоленскую дорогу. 4 ноября авангард Милорадовича встретил 4-й корпус Эжена Багарне. Французы двинулись на прорыв. Преграждавший ему путь корпус Раевского понес серьезные потери и вынужден был отступить. Милорадович развернул вдоль Смоленской дороги все имеющиеся в его распоряжении орудия. 5 ноября по приказу Кутузова русские пушки непрерывно громили отходящие французские войска, а кавалерия, переходя в атаку, истребляла отряды неприятеля. Наполеон, оставив одну дивизию в Красном, вывел гвардию на Смоленскую дорогу. Прорваться из Смоленска на Оршу смогли лишь немногие организованные части. Отдельные группы солдат гибли или сдавались в плен, не оказывая сопротивления. Последним отступал корпус маршала Нея. На небольшой возвышенности части Нея оказались в окружении. Именно здесь 3 месяца назад окруженная французами дивизия Неверовского отбивала атаки Мюрата. Теперь в кольце оказались войска маршала Нея. Французов встретил плотный заслон русской пехоты. Ней оказался сдавленным со всех сторон. Русские, шедшие по пятам, считая, что на следующий день враг либо сдастся, либо погибнет, отправили к Нею парламентера. Запомните, маршалы Франции не сдаются. Без дорог, сквозь покрытый снегом лес, Ней с солдатами смог прорваться к Днепру. Сильный мороз на этот раз помог французам. Маршал повел своих людей по тонкому льду. Вскоре лед начал ломаться. Из 3000 солдат и офицеров Ней потерял при переправе 2200 человек. Когда в Орше Ней явился перед императором, Наполеон не узнал в оборванном солдате своего маршала. От его отряда осталось всего 800 человек. После Смоленска Наполеон приказал всем частям снять со знамен императорских орлов, а сами знамена сжечь, чтобы они не достались русским. Война уже была проиграна. Нужно было спасать оставшихся. В Петербурге ожидали, что сражение под Красным завершится разгромом французов и пленением Наполеона. Но этого не произошло. Кутузов видел, что враг стремится к одному – выбраться из России, не погибнув от голода и холода. И это вполне устраивало русского главнокомандующего.
Александр I требовал от Кутузова более активных действий. На то были политические причины. В случае, если русская армия уничтожит Наполеона, положение России в Европе упрочится. Но если Наполеон уйдет из России живым, то война растянется еще на несколько лет. Русские генералы, движимые в равной степени патриотизмом и честолюбием, также стремились стать победителями тирана. Многие, и особенно Бенниксон, жаловались царю на Кутузова, обвиняя его в бездеятельности, а порой и в трусости. Требовал от Кутузова наступательных действий и британский комиссар при русском штабе Роберт Вильсон, на что Кутузов однажды ему ответил: «Моя задача – изгнать врага из России, и я не вижу необходимости тратить силы на конечное уничтожение Наполеона, потому что плоды такой победы пожнет Англия, а не Россия». Англия действительно не имела достаточно сил противостоять Франции, и все усилия британцы направляли на то, чтобы разгромить Наполеона руками русских. Кутузов мог предполагать, что Наполеон, имея до 90 тысяч человек, может выставить в сражении 30, 40 или 50 тысяч солдат. Но по опыту фельдмаршал знал, что и с 20 тысячами Наполеон оставался Наполеоном. Открытое сражение могло бы уничтожить врага, но и Россия при этом имела шанс остаться вовсе без армии. Этого Кутузов допустить не мог. Тем временем, выполняя приказ Александра I, действовавшего по своему усмотрению, наперерез наполеоновской армии ускоренными маршами шли с севера корпус генерала Витгенштейна и армия адмирала Чичагова с юга. Витгенштейн, Петр Христианович, генерал-фельдмаршал, в начале войны командир 1-го пехотного корпуса. В боях дважды ранен. После смерти Кутузова главнокомандующий русской армии. Получив подкрепление, Витгенштейн в начале октября перешел в наступление против французского корпуса генерала Сен-Сира, прикрывавшего Полоцк. Сен-Сир отступил к старой Смоленской дороге. Армия Чичагова шла из Молдавии. У Луцка она соединилась с 3-й армией генерала Тармасова. Против австрийского корпуса Шварценберга и саксонского корпуса Ренье Чичагов выставил 27-тысячный отряд, а остальную армию численностью в 25 тысяч повел к Минску. Чичагов Павел Васильевич, адмирал, министр военно-морских сил России и командующий Черноморской эскадрой. С началом войны принял командование над молдавской армией. В 1813 году вышел в отставку и покинул Россию. Чичагов вошел в Минск почти без боя. Французские склады достались русским. Вскоре русский авангард под командованием генерала Ламберта штурмом взял Борисов, где Наполеон намеревался переправиться через реку Березину. После боя под Красным Кутузов умышленно замедлил движение своей армии. И Наполеону удалось оторваться более чем на 100 километров. Врага преследовали только партизаны и казаки Платова. Главнокомандующий объяснял медлительность сильной усталостью людей и лошадей. Бенниксон предложил отобрать наиболее выносливых лошадей, впрячь их в 200 орудий и повозок и продолжить преследование. Вспыхнул очередной скандал. Говорю, нет. Из письма Кутузова Александру I. По случаю болезненных припадков генерала Бенниксона предписал я ему отправиться в Калугу и ожидать там дальнейшего назначения от вашего величества, о чем счастье имею донести. Бенниксон ушел в отставку, но вплоть до 1 декабря оставался при армии. Не в духе. Видать, поссорились. Замедлив марш, Кутузов, тем не менее, приказал Чичагову и Витгенштейну ускорить движение и перехватить остатки наполеоновской армии на реке Березине. Приблизившись к Борисову, Наполеон приказал выбить оттуда русский авангард. Русские войска оставили город, уничтожив единственный мост через Березину.
Изучив местность, император приказал строить ложную переправу через реку в 25 километрах южнее Борисова. Он разместил там артиллерийские батареи и провел ряд демонстрационных маневров. Пока Чичагов стягивал свои силы к предполагаемой переправе, отряды французских саперов севернее Борисова навели два моста через реку. Один для пехоты, другой в 180 метрах от него для артиллерии и повозок. Французские саперы, строившие мосты, стояли по плечи в ледяной воде, не имея даже водки, чтобы согреться. Эти солдаты, спасшие остатки армии, почти все умерли от переохлаждения. О настоящей переправе Чичагов узнал лишь 14 ноября, когда французы уже шли по мостам. К 2 часам дня 15 ноября через реку переправилась императорская гвардия и часть пехоты. Наполеон приказал пропускать на мосты только боеспособные воинские части. У переправы царил хаос. Скопились десятки тысяч отставших солдат, повозки с ранеными, беженцы, среди которых были женщины и дети. У Наполеона на тот момент было 30-40 тысяч боеспособных солдат. Но Кутузов и Чичагов полагали, что в его распоряжении находится по меньшей мере до 90 тысяч человек. Именно поэтому ни тот, ни другой не спешили с наступлением. Лишь Витгенштейн шел вперед, не считаясь ни с расстоянием, ни с погодой, ни с численностью противника. Имея 35 тысяч человек, 15 ноября под Борисовым он атаковал французский корпус генерала Виктора, который прикрывал переправу с севера. Целая французская дивизия, 2000 человек, сдалась русским. К 9 часам утра следующего дня авангард Витгенштейна прорвался к мостам. Против него Наполеон бросил около 12 тысяч человек. С западного берега к переправе приблизился Чичагов. Ему также противостояли 12 тысяч французских пехотинцев. Из-за топких берегов, снега и грязи русские не могли воспользоваться своим преимуществом в кавалерии. Но к вечеру 16 ноября Витгенштейну удалось прорваться к реке и установить орудие. Обезумевшие от страха люди бросились к мостам, давя друг друга. Один из мостов рухнул. Ночью прикрывавшие переправу солдаты Виктора двинулись на западный берег, сбрасывая с уцелевшего моста повозки, больных и раненых. Утром 17 ноября войска Чичагова, Витгенштейна и казаки Платова подошли вплотную к переправе. И в 9 часов французы подожгли мосты. На восточном берегу остался гигантский обоз и тысячи не успевших переправиться людей. Окружение не получилось. Наполеон ушел. В сражении на Березине были убиты, ранены и взяты в плен более 20 тысяч французских солдат и офицеров. Русские захватили около 15 тысяч раненых и гигантский обоз, потеряв около 6 тысяч человек. Через 3 дня после переправы в составе некогда огромной наполеоновской армии числилось всего 9 тысяч боеспособных солдат. 23 ноября в местечке Сморгонь, недалеко от Вильна, Наполеон попрощался со своими генералами и уехал во Францию, чтобы, как он говорил, привести 300 тысяч солдат. Командование принял маршал Мюрат. Но остатки армии потеряли всякое управление. Каждый спасался как мог. Вскоре бросил армию и Мюрат, перепоручив командование Эжену Багарне. Восьмого ноября отряд Сеславина вступил в Вильно. Вслед за ним вошли войска Чичагова и Кутузова. Спустя несколько дней
Остатки французских войск были полностью изгнаны с территории Российской империи. По данным историков, в июне 1812 года в Россию вторглись до 450 тысяч солдат наполеоновской армии. Позже в виде подкреплений прибыло еще 160 тысяч. Спустя 6 месяцев, 14 декабря у Ковна, через Неман в Польшу переправились 1600 человек. К ним присоединились остатки войск из других направлений. По подсчетам прусского чиновника Ауэрсвальда, через Восточную Пруссию из России прошло 255 французских генералов, 5111 офицеров, 26 950 низших чинов. «Все в жалком состоянии и в основном безоружные», – писал Ауэрсвальд. По мнению русского историка XIX века Модеста Богдановича, потери русских войск за кампанию составили около 210 тысяч солдат и ополченцев. Добравшись до Вильна, Кутузов наконец-то перевел дух. Фельдмаршал не мог поверить в то, что победил Наполеона и сохранил армию. В одной из бесед с генералом Ермоловым Михаил Илларионович признался: «Голубчик, если бы кто 2 или 3 года назад сказал мне, что меня изберет судьба низложить Наполеона, гиганта, страшившего всю Европу, я, право, плюнул бы тому в рожу». 1 января 1813 года русские войска перешли Неман, намереваясь добить врага. Австрия и Пруссия, разорвав союз с Францией, присоединились к России и предложили Александру I назначить фельдмаршала Кутузова командующим объединенных армий. Но судьба распорядилась иначе. Кутузов простудился и слег. 16 апреля 1813 года в Бунцлау, ныне Болеславец, Польша, Кутузов скончался. Тело полководца погребено в Казанском соборе. Война с Наполеоном длилась еще более года. Он довольно быстро восстановил свою армию. Но в январе 1814-го сражения шли уже на территории Франции. 31 марта 1814 года русские войска вошли в Париж. Ни Англия, ни Австрия, ни Пруссия, ни другие государства Европы не смогли противостоять армии Наполеона. Это сделала Россия. Ее генералы и офицеры главнейшей целью всех действий армии считали истребление врага до последней черты возможности. Русские доблестные солдаты, бросавшиеся на вражеские пушки с ружьем наперевес, дошли до Парижа. В ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года поставлено множество памятников и мемориалов, из которых наиболее известными являются храм Христа Спасителя и ансамбль Дворцовой площади с Александровской колонной. Военную галерею Зимнего дворца украшают 332 портрета русских генералов-участников войны. Фельдмаршал русской армии Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов о Бородинском сражении 26 августа 1812 года написал так: «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских войск».